Жана күннен жақсылық күткен көрерменге қайырлы таң. Эфирде хабар арнасының таңғы ақпаратты таңдық бағдарламасы. Еліміздегі баламалы энергияның дамуына жастар қандай үлес қосуда? Бұл туралы бүгінгі бағдарламадан білетін боласыздар. Әдебиет өлсе де балалар әдебиеті өлмейді деген қанатты сөз бар. Біз бүгінгі мен ұсынған 5 кітап айдарында балалар мен жасөспірімдерге арналған кітаптар тізімін ұсынамыз. Президенттің жыл сайынғы жолдауында туризмді дамыту айтылып келеді. Бұл бағыттағы жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Біз зерттеп білеміз, білгенімізді көрермен сізге жеткіземіз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұлы көлім, көгірай жерім. Халғаны ақжайнақты нақшына келтіріп орындап жүрген термеші Өмір Құлай Ниязов. Экспо 2017 көрмесінде қонақтарға қандай тарту жасамақ? Бірек күн алдын ғана мен Инстаграмда жариялаған болатын. Ерболат Құдайбергеновпен біз қазір жаңа жоба, жаңа ән жазу үстіндеміз. Үнемі шығармашылық ізденісте жүретін танымал әншінің сұхбатын таңғы кофе дарынан өткізіп алмаңыздар. Мінсіз дене бітімге ие болғысы келетін жандар көп. Алайда ол үшін спортпен шұғылдану шарт. Кем дегенде таңғы жаттығу жасауға салғырт қарамау керек. Ендеше біздің жаттықтырушылармен бірге ұйқыңызды ашып, бойыңызды сергітуге шақырамыз. Қайырлы таң, құрметті достар! Өздеріңізді күнделікті сергек сезінгілеріңіз келсе, бізбен бірге таңғы жаттығуды бастаңыздар. Бірінші жаттығуымыз Step Touch оң жақтан бастайтын боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, соңғы рет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен бірінші жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығуды күніне екі рет қайталап отырыңыздар. Келесі жаттығымыз кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші жаттығымыз бұрында тұрып, кел жасайтын боламыз. Кеттік, оң жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Егер өздеріңізді күнделікті сергек сезінгілеріңіз келсе, онда бізбен бірге таңғы жаттығуды бастаңыздар. Сіздермен бірге мен Назерке Батырбек және Ақдәулет Амандық. Еліші, өнер кеніші, жуырда жаңа күннің мерейлі отбасы айдары, халық арасында дәстүрлі өнерді дәріптеумен танылған аз азаматтың бірі. Қоңырағаның ағаштан түйін түйіп металға жан бітіретін, мүсіннен тас тұлғалар жасап, жүн мен теріден көркем бұйымдар жасайтын, қамшы өріп, кесте тігетін өнерлі жан ұясында қонақта болып қайттық. Өзіміздің отбасымызға қосылғанымызға осы 2 жыл болды. Шүкіршілік тобы. Бір ол, бір қыз, үш ол асырап осындай дәрежеге жетіп отырмын. Балаларым бәрі өзімен өзі өнерлі жолмен жүр, әкесінің жолыменен. Әке жолын қуған үш ұлдың үлкені мүсін өнерімен, екіншісі қамшы өру, теріден бұйым жасау, керамикамен. Онан кейінгі перзенті зергерлік бұйымдар дайындаумен шұғылданса, кенже қызы тігін, кесте тігіп тоқыма тоқиды. Қоңырағаның өзі кеңес одағы тұсында зауытта бас суретші болып қызмет атқарып, тәуелсіздік алған жылдардан бастап, төл өнерімізді жеке ісімізге айналдырдық дейді. Өнерлі жанұяның отағасы шетелде бір шаруа түрімен тұтас бір әулет болып айналысып, ұрпақтан ұрпаққа мирас қалдыратын отбасылық кәсіпті біздің Қазақстанда да дамыту аса қажет деп ойлайды. Біз енді мына зергерлік өнер, оның үстіне мына күмістен, алтыннан жасау, сырға, сақина жасау, тағы да басқа да, мысалы, теріден картиналар жасау, қамшыдан, мысалы, қамшыдан қамшы өру, қамшыларды жасау, мен айналсамыз,
Содан кейін мына шағын пластикалық шағын мүсіндерді құю өнерімен айналысамыз. Киіз басады біздің балалар, қызымыз киіз басады, кесте тоқиды. Әкенің өнегелі ізін жалғастырып, ескі өнерімізді жаңғыртып жүрген Қоңыр ағаның балаларын әңгімеге тартып, шебер меңгерген істері жайында сұрадық. Зергерлік өнерге бала кезімізден әкеміздің қасында, әкеміздің шеберханасында жүріп, бос уақытымызды құр өткізбейін деп, осы шеберханада әкеміздің өнерін үйрендік. Жуырда Алматы қаласында өткен қысқы универсиада ойындарында қолдан жасаған бұйымдарын көрмеге қойып, шетелдік қонақтарды қуантқан отбасының тағы бір мүшесі Айдостың мүсін өнері жайлы ойын тыңдадық. Бұл мүсін өнерімен 16 жастан бастап айналысып келдім. Бұның кезеңдері өте көп. Бірінші жаңағы ермексаздан жасап аламыз. Одан кейіннен қалпы құямыз. Жақсы ол жұмыс жақсы шығып жатса, ағаштан шабамыз, болмаса тастан шабамыз. Мынандай ойыншықтарды жасап отырып, кішкентай-кішкентай қылып. Осыларды құйып, жаңағы көрмелерге апарамыз. Шеттен келген қонақтар ұнатып жатса алады. Осындай кіші-кіші қылып жасап отырық. Сол үшін жаңағы кәдесей дейді ғой, кәдесейға сыйлауға біреуге ыңғайлы қылып, алып жүруге ыңғайлы қылып, осындай кішкентай-кішкентай қылып жасап отырық. Осы үйдің отанасы Анаргүл апайымыз жүнді илеп, өте әдемі бұйымдар жасайды. Өз қолынан шыққан бояулы орамалдар, қазақы сөмкелер, ұлттық нақыштағы киім үлгілері көздің жауын алып, апамыздың шеберханасында қаз-қатар тізіліп тұр. Бір кездері тігін тігуден алдына жан салмаған Анаргүл ханым, онан өзге сан түрлі, дәстүрлі өнерге машықтанып алғаны өнерлі отағасының, онан қалды перзенттерімнің еңбегі дейді. Дастархан басында Қоңыр ағаның өмірлік жарымен қалай танысқанын сұрап, өткен күндердің қызықты сәттерін есіне салдық. 32 жыл бұрын мына біздің бәйбішемізбен танысқанымыз өте бір қызық жағдай болды. Жағы біздің бір досымыз үйленіп, бұл қыз жолдас болып, мен ұл жолдас болып, сонда танысып қалып, содан бастап арамызда махаббат оянып, екеуміз осын қосылып, осындай шаңырақ құрып, үлкен семьялы болып жатырмыз, бала шаға болып жатырмыз, немереге болып жатырмыз. Қиындықты да, қызықты да бірге көрдік 32 жыл бойы. Кейінгі жастарға айтарымыз, ақылымыз осы қиындықты да, қиындыққа мойымай, осы еңбек етіп, осындай шаңырақтарды, үлкен-үлкен шаңырақтарды ұстай беру керек. Отбасы отанымыздың кішкентай үлгісі, сондықтан ондағы береке мен бірліктің маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Даладай Дархан, кең көңілдерімен келген қонағын төрге ұзатқан, қолындағы барын беріп сыйлаған қонақжай қазақтың бүгінгі бейнесін Қоңыр ағамыздың шаңырағынан көріп, дәстүрлі жанұяға жақсылық атаулының барлығын тілеп тарқадық. Динара Тілеубек, Роман Ван, Жаңа Күн. Күн жылынғалы көшеге шығып скейтборд тебетін жастардың саны күрт көбейді. Осы скейтборд қыз жігіттерді несімен қызықтырады? Ал оның неден қалай жасалатын білеміз бе? Тілшіміз осы тақырыпқа шағын зерттеу жүргізді. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Қаламызда күн сайын экстремалды спорт түрлеріне қызығатын жастардың саны артып келеді. Олар әдетте бұл іске арнайы скейтбордтарды пайдаланады. Скейтбординг алғаш рет 1970 жылы Ақыштың Калифорния штатында пайда болған. Оны кәсіби спортшылар құрлықтағы серфинг деп те атайды. Қазақстанда скейтбординг 2006 жылдан бері дами бастаған. Скейтерлер көпшілікті бәрінің қолынан келе бермейтін қауіпті жаттығуларды орындаумен таң қалдырады. Менің бұл спортқа келуіме алғаш ағам ықпал етті. Ол маған скейтпен бірнеше күрделі элементтерді көрсетті. Осы кезден бастап арамызда өзара бәсеке пайда болып, өз шеберлігімді дамытқым келді. Қазіргі кезде қаламызда скейтбордингпен айналысуға арналған арнайы алаңдар аз. Сондықтан түрлі саябақтар мен ғимараттардың алдында жаттығуға тура келеді. Бүгінде скейтбординг саласына қызығушыларды әуесқойлар мен кәсіби спортшылар деп екі топқа бөлуге болады. Қауіпті әрі қиын бағытқа қызығушылығы бар жандар скейтбордингтен ерекше әсер алады. Олар стрит және уэрт стильдерін қолданады.
Шын мәнісінде менің скейтбордты өз ырқыма көндіріп, оны алғаш қолыма алуға компьютерлік ойын себеп болды. Алғашқыда виртуалды ойында скейтбордпен әртүрлі кезеңдерден өтетінмін. Содан кейін бір күні скейтборд айдауды компьютерлік ойында емес, өмірде үйренсем деген ой туды. Осылайша атанам маған жаңа скейтборд сатып әперді. Уақыт өте келе бұл іспен кәсіби түрде айналыса бастадым. Мамандардың пікірінше, скейтбордингпен 10 жастан бастап айналыса беруге болады. Қозғалыс барысында тепе-теңдікті сақтай отырып, әрекет етуге мүмкіндік беретін бұл бағытта адамның барлық бұлшықеттеріне күш түседі. Сол себепті нәтижелі скейтбордшы болуды мақсат еткен жандардың ең алдымен физикалық дайындығы да жоғары деңгейде болуы тиіс. Менің алғаш скейтборд үйренгеніме биыл 5 жыл болды. Бұл экстремалды спорттың қызықтары да көп. Мысалы, күрделі қимыл қозғалыстарды орындауға арналған скейтборд таяқшалары 7 бөліктен тұрады. Оны арнайы сапасы мықты ағаштардан жасайды. Әдетте таяқшалар алыс, жақын шетелдерден, атап айтар болсақ, Ресей, Канада, АҚШ секілді мемлекеттерден тасымалданады. Қазақстанда скейтборд жасалмайды. Жіңішке әрі әр түрлі адамдардың салмағын көтере алатын скейтбордты сатып алмас бұрын, адамдар ең алдымен өзінің жас ерекшелігіне, бойына, салмағына көңіл аударуы қажет. Сонымен бірге, уақыт өткен сайын оның дөңгелектерін ауыстырып, жаңалап отыру да артық етпейді. Осы бір қарапайым қағидаларды ұстана отырып, скейтбордпен сырғанаудан ерекше әсер алуға болады. Бексұлтан Нұрланұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Таң атысымен таңғы астың қамына кіріскен көрермендерімізге іске сәт дейміз. Біз де өз кезегімізде сіздер үшін тез дайындалатын тағамдардың жасалу жолын көрсетуден жалықпаймыз. Оған бізге Ғазиза көмектеседі. Ғазиза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін асқа не дайындаймыз? Не дайындаймыз? Бүгін асқа ерекше бутерброд. Бутерброд. Мен ерекше. Сізге жақындап көрейік. Бұл бутерброд үшін бізге не керек? Бізге керегі әуел бастысы нан, жұмыртқа, мынау райхан жапырағы, райхан гүлінің жапырақтары, тұздалған қияр, шұжық. Немесе консервіленген, иә? Иә, тұздалған мына шұжық және күнжіт. Бұны біз тек зәйтүн майымен жасаймыз. Сонымен қатар тұз. Тұз. Бірекелді. Ендеше біз елдер екеуміз сізге көмектесейік. Неден бастаймыз, не тураймыз? Турайтын мен шұжықты берем, бұны ұсақтап, өте майдалап турауымыз керек. Төрт бұрыштап, әлде қалай? Төрт бұрыштап. Мен турай берейін. Нешеуін? Үшеу, екеу? Екеу жеткілікті. Және тұздалған қиярды тураймыз. Майдалап тураймыз ғой? Майдалап тураймыз, иә. Сыртын ашудың қажеті жоқ сияқты, тазаланған? Тазаланған, ашылған. Ал егерде өз басым, мысалы, шұжықтарды ұната бермеймін. Мен жақсы көрем. Иә? Жасырмаймын. Оның орнына мысалы мен тауық етін қосам болады ғой, болады. Әлде қазы, әлде ет. Бұл бутерброд деген кез келген оңай тез дайындалатын тағамменен жасалады. Багетті екіге бөлдіңіз. Екіге бөлеміз мінекей. Қиярды да төрт бұрыштырып тұрамыз. Қиярды да төрт бұрыштырып тұрамыз. Ғазиза, көзіңіздің қырын салып қойыңыз мінекей. Осы майдалық жетеді ме? Иә, жететін. Біреу мен турайын, біреуін сізге. Не ғұрлым тез дайындасақ, со ғұрлым таңғасты да тез жейміз ғой, иә? Иә. Бұны қуырмаймыз. Ешқандай бұны мынандай жеңіл толқынды пеш қолданып жатады ғой, ештеңеге қоймаймыз. Яғни бүгінгі тамағымыз жай туралып, нанның ортасына салынады ғой. Иә, нанның ортасына салынады. Иә. Бұны салма секілді нанға жағып жей береді. Мен мында жұмыртқа, екі жұмыртқа қуырып жіберем. Қуырылатын жұмыртқа бар екен ғой бізде. Ол тез дайындалатын жұмыртқа. Менің ойымша, Ғазиза, мынау жеткілікті сияқты. Қараңызшы. Иә, жеткілікті. Мінекей, мен де тұрап қойдым. Елдердікі де жеткілікті ғой. Жеткілікті. Елдер мынау соңғысын турап жібере сал енді. Елдер де жақсы турапты. Ал мінекей, табамыз қызып жатыр. Кішкене май құяйын, иә? Мінекей, зәйтүн майын құямыз бұған. Не себепті зәйтүн майы? Зәйтүн майы ол мынау сұйық майға қарағанда ода көптеген дәрумендер бар. Және де жеңіл. Таңғы асқа жеңілдірек болады бұл.
Негізі бүгінгі таңғы асымыз өте тойымды болмақ. Ішінде мінекей шұжығы да бар екен. Енді мынаны ұсақтап тұраймыз. Бұл райхан гүлінің жапырақтары өте қош иісті. Бұны біз мына салмаменен араластырамыз. Негізі райхан гүлі өз басым сәндік немесе жұпар иісі үшін әдемілік салатынмын. Қиярды мында араластырамыз. Қымбат көрермендер, егер де райхан гүлін онша ұната бермесеңіздер, жай ғана әсемдік үшін тәрелкенің үстіне қойып қойсаңыздар болады. Ал егерде жоқ, мен жеймін десеңіздер, мінекей майдалап, турап асыңызға салсаңыз болады. Райхан гүлінің жапырақтарын қалай қолданса да өз еркі. Қосам десе де, бірақ ол тамаққа өте керемет қош иісті дәм беріп жатады. Но майдалық жетеді ме? Жетеді, жетеді. Бұны қайда салай? Мында қосамыз. Барлығын араластырамыз. Барлығын бірге араластырамыз. Некемен күнжіт қосып жатырмын және. Күнжіттің иісін көрсеңіздер, қымбатты көрермендер. Кішкене тұз себемін мінекей. Мен араластырайын ендеше. Енді және мен бұған сізге зәйтін майын қосам. Енді дияны араластырсам. Енді дияны араластырып, мына екі нанның үстіне саламыз. Жұмыртқамызды қатты қуырмаймыз. Таңғасса қатты қуырмаған жұмыртқа да өте пайдалы болады ақуыздарменен. Кішкене шала етіп қуырамыз жұмыртқаны. Сізге жақнатып қояйын. Ыңғайлы болсын. Елдер әрдайым қызығы жата осы. Қонаққа келген аспаздың жұмыртқасы бір әдемі түседі. Біздікі неге бұлай болмайды деп таң қалып жатады. Мінекей болды. Таң қасымыз дайын. Иісі қандай екен, Елдар? Тамаша. Негізі бүгінгі дайындаған асымыз әдеттегідей мінекей қуырылған жұмыртқа десе де біз мінекей сізге басармен әдемілеп тұрып сәндедік, толықтырдық. Ерекше болды бүгінгі асымыз, қымбат көрермендер, үйлеріңізде дайындап, өзіңіздің бағаңызды бере жатарсыз. Бәзіздер, рахмет сізге. Рахмет. Қымбат көрермендер, астарыңыз дәмді болсын. Еліміз 1993 жылы дүниежүзілік туризм ұйымына мүше болды. Ал 1997 жылы Қазақстан Республикасы Ұлы Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта өрлету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұралар сабақтастығын дамыту тұжырымдамасы, жалпы туризм дамуының стратегиясы жасалды. Осы сала мамандарының бастамасымен 2001 жылы Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заң қабылданды. Осылайша еліміздегі туризм индустриясы баяу болса да дами бастады. Оған өз үлесін қосып жүрген жастардың бірі Жансая Ғаниқызы. Өзім мемлекеттік грантқа өзім осы жобамды ұсындым. Яғни туризм саласы бойынша. Ол кешенді туристік жоспар. Ол жерде тау туризмі, су туризмі, жаяу жүру туризмі барлығы қамтылған. Мені осы атамекен даму жас кәсіпкерлерді қолдау палатасы қолдады. Сонымен қатар Алматы қаласының әкімшілігінің қолдауының арқасында грант иегері атандым. Соны не өздеріңіз көріп тұрғандай алғашқы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы топтарды алып, тауларды аралап, жорықтар жасап жатырмыз. Биылдан бастап ел үкіметі 45 елдің азаматтары Қазақстанға визасыз келетін жүйе енгізді. Олардың қатарында экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының, Еуропалық одақтың мүшелері, сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері, Малайзия, Сингапур сияқты елдер бар. Мұндай ыңғайлы жағдайлар туризмнің дамуына серпін беруі тиіс, дейді мамандар. Бүгін елімізде туризм саласында белсенді жастардың бірі Жансая Ғаниқызының ұйымдастыруымен осындай топ болып табиғат аясына шықтық. Елбасымыз өзі жолдауында алғы айтатындай, біздің елімізде ішкі туризмді дамытуымыз керек. Соған бар жастар, Қазақстанның болашақ жастары өз үлесін қосады деген үміттемін. Бүгінгі саяхаттан алған әсерім өте керемет. Жансая Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университеттің түлегі. Ол осы бағыттағы білімін тереңдетіп Литвада оқып келген. Ағылшын тілін үйреніп, болашақта шетелдік саяхатшыларға сапалы қызмет көрсетуді жоспарлауда. Болашақта әрине біздің жоспарлар өте көп. Себебі біз осы мен жақында
шетелдегі Франция мемлекетіндегі Париж қаласында өзім турфирма бар, сол кісілермен келісім шартқа отырып, сол француздарды Қазақстанға тарту мақсатында жұмыстар жүргізіп жатыр. Яғни менің ойымша осы елбасымыздың айтып кеткендей туризмді бақыттауға арналған жолдауында, яғни 2017 жылы біздің қазақ мемлекеті үшін сондай құтты да мерекелі жыл болды туризм саласына. Себебі бізде Экспо 2017 өтіп жатыр. Сонымен қатар 2017 жыл ол туризм жылы болып атанып жатыр. Даму палатасында туризм маркетингі, жарнама жасау секілді бағыттарда оқып жүрген жансая өзгелдердің туризм саласы мамандарымен де байланыс орнатқан. Солардың бірі Италия елінің өкілі Дария Гуагле. Мен Алматыға оқу бағдарламасы бойынша келгенмін. Бос уақытымда осылай табиғаттың көрікті жерлеріне барып серуендегенді ұнатамын. Бүгін достарымызбен жансаяның ұйымдастырған бағыты бойынша саяхаттадық. Бұл жорық маған керемет ұнады. Тау өзендерінен өттік, тау басындағы көлді көрдік, суретке түстік. Италияға барған соң осындай көркем жерлер туралы достарыма мақтанышпен айтатын боламын. Әрине, олардың арасынан бұл сұлулықты көруге ұсыныс білдіретіні анық. Мамандар елімізде өтіп жатқан халықаралық экспо көрмесіне шетелдерден 5 миллионнан астам турист келеді деп жоспарлауда. Бұл көрме барысында 3000-нан астам тақырыптық және ойын-сауықтық шаралар ұйымдастырылады. Ал жас кәсіпкер Жансая сондай шараларға қатысып, шетелдік қонақтарды өз бағыттарына шақыруды көздеп жүр. Нұрболат Абайұлы, Илхам Айыпов, Жайдар Мұрат, Жаңа Күн. Таң атысымен шығармашылық ұжымымыз сіздерге талай тосын сый дайындап қойды. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Қазақ ұлттық университетінің студенттері еліміздегі жасыл экономиканы дамыту бағдарламасы аясында күн энергиясының қуаты мен суды тазартудың құрылғысын ойлап тапқан. Құрылғы 6 бөлімнен тұрады. Бүгінгі таңда Қазақстандағы жасыл энергия көздерін тұтыну өзекті мәселелердің бірі. Сондай-ақ елімізде өтіп жатқан Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында жас өнертапқыштар баламалы энергия көздерінен қуат алатын қондырғылардың жобасын жасаған. Осылайша студенттер өздерінің теориялық білімін іс тәжірибе арқылы көпшіліктің назарына ұсынып отыр. Жалпы біз Экспо аясында өткізіліп отырған бұл шараға бізде өзіміздің үлесімізді қосу мақсатында күн энергиясын қолданумен суды тазарту технологиясын ойлап шығардық. Және де бұл технология негізгі үш аспектіні қамтиды. Ең бірінші көміртегі сүзгісі, яғни біз көміртегі сүзгісі ретінде көміртекті сорбенттерді, яғни оның өзі таза өнім болып табылады, көміртекті сорбенттерді алдық. Екінші аспект, біз жаңа күн энергиясын қолдану деп айтып өттік қой, сол мақсатта коллекторлардың ең қуаттысы біз параболалық шоғырландырғышты алдық. Жоба авторының айтуынша, ауыз су тапшылығын сезінетін аймақтарда осындай қондырғыларды орнату арқылы еліміздің экономикалық әрі экологиялық бірқатар мәселелерін шешуге болады. Біздің қондырғымыз айтқандай екі аспекттен тұрады. Ол біріншісі сорбенттер, және екіншісі ол параболалық күнді қолдану арқылы шоғырландырғыштар. Біріншісінде сорбенттер бізде арзан өнім болып есептелінеді. Ол жаңғақтан, күріш қауызынан судан алынады да, ол суды химиялық тазалау жағына жатады. Ал екіншісі ол күн, параболалық шоғырландырғыштар. Біз ол суды тасымалдайтын заттарды пайдаланамыз. Сосын параболалық шоғырландырғыштың өзі айна түрінде, шыны түрінде жасалынады. Ол телефонды түтікшеге күнді шоғырландыру арқылы суды қыздырады. Жасыл экономика табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Студенттердің қоршаған ортаға зиян келтірместен баламалы энергия көздерін тұтынудың тың әдістерін ұсынуы олардың білім инновация саласына қызығушылығының белгісі. Студенттерді біз әртүрлі проекттерге дайындаймыз. Бұл проекттердің енді жігер деп айтуға болады. Экспо Қазақстанда халықаралық көрме Экспо 17 өтеді дегеннен бері мұғалімдерде жігер пайда болды. Содан кейін қазір студенттердің әрі қарай осы ғылымға тарту үшін, осы балама энергияны Қазақстанда дамыту үшін біз әртүрлі проекттерге біздің мұғалімдер студенттерді қатысуға тартады. Ол мысалы суды тазалау бойынша мына күн энергиясын қолдану. Оқытушылар білім жолында ізденуші жас ғалымдарға ақыл кеңестерін беріп, бағыт-бағдар көрсетіп отырады. Себебі жобаны дайындау барысында қате кемшіліктерге жол берілмеуі тиіс, дейді маман. Күн энергиясымен жұмыс жасайтын, яғни күн энергиясы пайдаланып отырып, дән дақылдарды кептіру. Дән дақылдарды белгілі, яғни қажетті температурада кептіру болып табылады. Бұл жобаны жасауға, тек осы макетті құрастыруға және жобаның өтеу уақыты, жобаға қанша уақыт кетеді,
Сонымен қатар жобаға қандай мақсатта жасалды, қандай құрылғылар жұмсалды, қандай тағда қосымша материалдар пайдаланы шетелдік, оның барлығына шамамен 3 жыл уақыт кетті. Студенттердің ұзақ уақыт бойы жүргізген зерттеулері мен түрлі тәжірибелік жұмыстарының нәтижесінде пайда болған тың жобалардың макеттері тәуелсіз сарапшылар тарапынан жоғары бағаға ие болып, халықаралық көрмелерде арнайы мақтау қағаздарымен марапатталған. Болашақта бұл ғылыми жаңалықтар демеушілер тарапынан қолдау көрсе, ел игілігіне жарары сөзсіз. Бексұлтан Нұрланұлы, Станислав Фролов, Жаңа күн. Хабар арнасына енді қосылған көрермендер болса, қайырлы таң тілейміз. Эфирде еліміздің ең танымал таңғы бағдарламасы «Жаңа күн». Әр күн сайын таңқылау бергеннен біздің шығармашылық ұжым сіздерге ең пайдалы, ең қажетті ақпараттарды айтып, керекті деректермен бөлседі. Олай болса, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Биыл Алматы қаласындағы нөмірі 86-шы мектеп-гимназиясын 57 түлек тамамдады. Олардың жетеуі үздік оқушы атанса, 3 жас түлек алтын белгіге үміткер. Солардың бірі Темірлан Нұрланұлы. Оқуда озат кейіпкеріміз ұлттық бірыңғай тестілеуге қызу дайындық үстінде. Бірінші сыныпта өте тұйық болдым қазіргі дейінде. Сол кезден бастап осы мектептің барлық ұжымдармен, мұғалімдермен жас қарым-қатынаста болдым. Сол мұғалімдердің көз алдында жақсы ол көрініп қалғым келді. Енді әрине әр бала өзінің ата-анасының алдында деген борышын өтегісі келеді. Әр перзент ата-анасының үмітін ақтасам дейді. Темірланның анасы да ұлының биіктен көрінерінен нық сенімді. Өйткені ұлы кішкентайынан зерек, тіл алғыр, құймағылақ боп өскен. Мінезі тұйық, өзі бір бетке, айтқанын жасаймын. Кері өзіне қарсы шықпайды, мама жарайды, болды ар жағында өзі жайлап істейді. Көп мамандықтар таңдады, кішкентайынан бастап өзі прокурор боламын, военный боламын деп, осы 11-ші класта өзі қаржыгер боламын деп, өзі бір шешімге келді, география пәнін таңдады. Болашақ қаржыгерлердің саны биыл тағы да бір білімгермен толығады. Осы мамандықта білім алғысы келетін Темірлан шетелде де оқығысы келетін жасырмады. Алайда мақсат шетелге шығып, сонда қалу емес. Дамыған елдердің тың тәжірибесін игеріп, еліміздің қаржы саласын дамыту. Мүмкін болса, Сингапурға барсам деген ойдамын. Өйткені Сингапурда өз ойым жалпы бизнес жақсы дамыған ол жақта. Жас көтеріліп жатыр, оның үстіне жақсы жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің бірі болып табылады. Ешқашан артқа шегінбеу. Бұл бүгінгі кейіпкеріміз Темірланның өмірлік ұстанымы. Жеңіліс пен жеңіс қатар жүретін бизнес саласында жетістікке жетудің басты кілті де шығар. Не де болса, Темірлан балалық шақтан болашаққа нық қадам жасау үшін аянып жатқан жоқ. Өзім бокс айналысқан жақсы көремін. Аптасына 3 рет барып тұрамын. Және де одан бөлек тағы мен пікірсайыспен айналысамын. Пікірсайыс жалпы мектеппен қатарласа отырып, мені осы өмірде жақсы осы мамандықты таңдауға деген өз үлесін қосқан бір хоббиімнің бірі болып табылады. Және де одан кейін бос уақытымды достармен өткізген жақсы көремін. Темірлан екеуміз де таңдап отқан пәніміз бірдей. Баратын мамандығымыз да бір қаржыгер, финансист, яғни орысша айтқан кезде. Менің ойымша Қазақстанның атын шығарып, өзіміздің қалаған оқу орнымызға барып, түсіп, және де бір мықты қаржыгер боламыз деген ойдамын. Жастардың болашаққа бағдары айқын, мақсаты анық. Мектеп қабырғасында оза шапқан оқушы жоғары оқу орнында да биіктен көрінетіні белгілі. Ал жоғары оқу орнында табысты болған студент елімізде білікті кадрге айналары хақ. Ал білікті маман еліміздің айбынын асқақтатып, беделін арттырары сөзсіз. Мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан барша оқушыға үлкен өмірде сәттілік тілейміз. Тойгүл Нұржанқызы, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Жаңа күн бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біз салық саласының маманы Заңғар Шыңдәлімен сұхбаттасамыз. Қайырлы таң, Заңғар, студиямызға қош келдің. Қайырлы таң. Қазір еңбекақысын конверт арқылы алатын адамдар бар. Өзің жақсы білесіз. Келісім шарт бойынша 40 мың алады дейік. Ал бірақ ол қолына 100 мың алады екен. Осының кері әсері бар? Иә, бұндай жағдайлар бар, кездеседі. Кері әсері мысалы көп. Ресми айлықтан, сіз айтқандай, 40 мың теңгеден зейнетақы
төлем төленеді. Аз түседі мысалы. Содан кейін әлеуметтік қорға астымыз. Және 2017 жылдың бірінші шілдесінен бастап медициналық сақтандыру қорына түсетін ақшада сол айлықтан түседі. Неғұрлым аз болса, соғұрлым зейнетақы, және әлеуметтік сақтандыру, және медициналық түсетін ақшалар аз болады. Көбінесе жас кезінде бұған мән білмейді ғой. Конверттен алсаң, конвертіме ала берейін, ресми көрсетпей ақ қойын, өйткені зейнетке әлі шықпаймын, әлі уақыт бар. Мені кім тексеріп жатыр деген жағдайлар бар. Бірақ кейін уақыт жақындаған кезде, сол кезде сұрақтар туындайды, неге сол кезде мен көп пұл көрсетпедім. Әттеген деген сәттер болады ғой. Үнемдейім деп ақшаны зейнетке шыққан кезде минималды ақшамен шығады, сол кезде кеш болады. Заңғар, осындай жүйемен жұмыс істеп жүрген адамдар осындай жағдайдан қалай жол тапса болады? Енді көбінесе бұндай іске, бұндай әрекетке жозықсыз жұмыс беруші барады, өйткені салықты аз төлеу үшін, зейнетақы қорларын төлемдерді аз төлеу үшін, сол үшін бұл конвертпен төлеу ыңғайлы болады ол кісілерге. Бірақ жұмысшыға ешқандай тиімділік жоқ бұдан айлық көрсетпегеннен. Өйткені жаңағы 4000 теңге үнемдеймін деп, кейін зейнетақы болмаса әйелдеріміз декретке шығатын кезде аз алып қалуы мүмкін. Соны ойлану керек. Енді бұндай жағдайлар болмас үшін келісімшартты сұрау керек, келісімшарттағы соманы көру керек, еңбекақыны және зейнетақы қорынан кем дегенде айына бір рет қанша ақша түсіп тұрған бақылап тұрса, егер аз түссе, сол кезде жұмыс берушіне айтса, бұл пайдалы болады. Мұндай жағдайға қызметкер қандай себептермен тап болуы мүмкін? Енді айтып өткендей, айтып өткен себептерден басқа 2020 жылы барлығымызға ортақ есеп тапсыру енгізіледі. Демек, егер сатып алған затын айлыққа сай келмесе, мысалы, қымбат машинан сатып алып оған айлығыңыз 40000 теңге болса, конверттегі өгізде салық органдарында сұрақ туындау мүмкін. Қай айлыққа дейді. Егер ол айтса, я, мен кезінде ол айлықты көрсетпеген, конвертпен алып жүрген болса, онда сол мүліктің 10% үкіметке төлейтін болады. Заңғар, айтқан ақпараттарыңызға рахмет. Сіздің берекесін көріңіз. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың бірінші бөлігін аяқтаймыз. Ал біз сөз кезегін әріптестерімізге береміз. Экраннан алыстамаңыздар. Бастан бастау алған байырғыдан дастан болған бостандығын. Батыр еткен бабалардың аманатын ақта берлер қосқан үнін. Жусан исін жұпар көрген жан шуағын жұртқа берген мейірбанды туған елім ай. Кемелденіп берендерін өрлей берсін өріндерін елім. Қазағыстан, 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 азат елім, байтақ далам, Қазағыстан, көк байрағын көкте шалқып, Қазағыстан, күллі ғалам құрмет қылсын, Қазағыстан. Арман құсын айлы аспанға, ар намысын алды аспанға тапсырғанда. Тұлпарлардың тұяғы мен түп қазығын тарихының қаптырғанда. Зейнет нәубет жалын көрген қайраты мен бәрін жеңген көп найзалы көк жал елім ай. Қыран болып ұл қыздарың жарқырасын жұлдыздарың елім. Қазағыстан, 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 азат елім, байтақ далам, Қазағыстан, көк байрағын көкте шалқып, Қазағыстан, күллі ғалам құрмет қылсын, Қазағыстан. We'll be right back.
Доброе утро, страна! На календаре последний рабочий день недели, пятница, 16 июня. В эфире Жанна Кун. Спасибо коллегам за отличное начало дня. Мы продолжаем. Сегодня мы поговорим об эффективных приемах ведения бизнеса и научимся готовить ароматный кофе. А еще вас ждет встреча с профессионалами своего дела и отличный завтрак от шеф-повара. Подарите себе позитив, друзья, оставайтесь с нами. Мультимедийное шоу и грандиозный фейерверк, чем еще поразила торжественная церемония открытия выставки «Экспо» в Астане, узнаете совсем скоро. Их интеллект поражает. Удивительные способности дельфинов. Чем они так очаровали корреспондентов Жанна Кун, смотрите в сюжете. Герои в белых халатах. В это воскресенье медицинские работники страны отметят свой профессиональный праздник. Воскресенье, 18 июня, все медики нашей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. Ваш самоотверженный труд во благо здоровья людей неоценим. И следующий материал посвятили мы людям в белых халатах. У кардиохирурга Алмата Кудаспаева каждая минута на счету. Если пациенту требуется операция, решение нужно принимать незамедлительно. За 20 с лишним лет врачебной практики волшебные руки Алмата Турспековича восстановили работу более 1000 сердец. Под его чутким руководством в кардиоцентре Алматы проведена не одна сотня операций. Например, аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца. А совсем недавно специалисты стали оказывать лечебную помощь, используя биологический стент. По словам врачей, он полностью рассасывается через полгода после такой операции, а поврежденный участок сосуда сохраняет свой нормальный диаметр. В 1967 году, когда в мире впервые выполнена операция по пересадке сердца, у нас в Казахстане выполнена первая операция по комиссуротомии. Это очень такая простая операция. А сейчас и у нас, и в другом месте, и пересадки выполняются, другие виды операции. На сегодняшний день Алмат Кудаспаев успешно руководит кардиологическим центром Алматы. Здесь трудятся около 600 человек. Среди них талантливые кардиохирурги, терапевты, невропатологи и не только. Например, доктор медицинских наук профессор Тулеген Егембердиев посвятил медицине более 40 лет. Успехи заметные. Улучшилось качество работы. Ежегодно растет количество, структура, объема хирургической помощи, производятся большие операции на клапанном аппарате сердца и почти весь объем экстренной кардиохирургической помощи жителям города Алматы. Работа в этом медицинском учреждении постоянно кипит. Ведь главная задача трансфузиологов – своевременная заготовка, переработка и обеспечение безопасности донорской крови. В настоящее время здесь внедрены не только новые технологии лабораторной диагностики, но и аппаратной переработки. В целом городской центр крови имеет несколько отделений. Одно из основных является это отделение комплектования доноров. Задачи данного отделения входит это сбор всех данных потенциальных поставщиков. На сегодня в нашей базе находится где-то более 500 тысяч потенциальных доноров. Герои в белых халатах каждый день совершают подвиги. Поэтому во все времена уважали и заслуженно ценили тех, кто делом своей жизни выбрал заботу о здоровье людей. Айман Кай, Ильхам Аюпов, Жанна Кун. Мед или варенье, сметана или сгущенка, сироп или шоколадный крем – все эти вкусности отлично сочетаются с… Оладушками. Оладушками. Друзья, пора готовить завтрак, а значит, мы идем на кухню. Михаил, доброе утро. Доброе утро, Евгений. Анара. Анара, тоже доброе утро. Я хотел вас прямо здесь поприветствовать. Здорово. Джентльмен. Миш, здравствуй. Рассказывай, пожалуйста, что интересного, что будем готовить сегодня для телевизора. Сегодня, я думаю, мы будем готовить оладьи. Нам понадобится мука, мед, сахар, джем, яйца, сливки, масло и фрукты. Ого, набор-то не маленький. Лайм, интересно тут, как оказался. Да. Так, давайте начнем. Сливки у нас процентность какая, сразу расскажем? 10, от 10 до 30, там, так, не важно, прям, да? Не критично. Не имеет, да, такого прям значения. Но Евгений может начать... Есть банан сразу? Банан? Или все-таки будем резать? Ну, думаю, сначала порежем. Хорошо, потом поедим. Миша, расскажи, кольцами или... Можно мелко, произвольно мелко прям нарезать. Мелкими кубиками, его, да? Договорились. Да, то есть пока я буду взбивать
основную массу. Договорились. Я постою, наверное, да? Может, я абрикосами или чем-то займусь? Миш, нельзя она стоять на этой кухне. У нее все талантливо получается с нарезкой. Ей тоже какое-нибудь задание обязательно нужно выдать. Погнали. Ну и все тогда. Я пока просто попробую наши, так сказать, ингредиенты на пригодность. Оп, оп. Или поделись со мной половинкой банана. Посмотрим. А вы можете взять абрикосы. Ага. И абрикосы разделить пополам. Класс, я этим сейчас займусь, после того, как бананы помогу моему коллеге порезать. Ну, я так понимаю, что вот сколько хозяев, я не знаю, хозяек, да и хозяев, столько и рецептов оладушек. Ну, да, но это такой более классический. Угу. Самый такой легкий, простецкий. Ну да, очень же легко зимой, например, самое главное, найти. Самое классический, потому что, Анна, мы всегда с тобой говорим, что классика, она всегда в моде. Да. И бананы, и абрикосы. Я думаю, это такой летний, наверное, весенний... Да нет, летний-осенний период, да? Ну, не прям. Сейчас-то на рынках везде фрукты можно купить. Ну, хотя тоже верно, да. Любые эти супермаркеты можно забежать. Это ты считаешь, как ты порезал мелко, да? Нужно еще меньше. Нормально. Отлично. Достаточно. Ну, конечно, это, как называется, солидарность ваша мужская. Да, конечно, конечно. Для нас это мелко. Так, если абрикосы так мы очищаем от косточек. Да, очищаем, мы тоже мелко режем. Сколько нам нужно абрикосов на все это дело? Одного достаточно будет. Ага. Все, бананы, Евгений, вы можете мне давать. Договорились, сделаем. Вот смотрите, я взбил два яйца. Два яйца. Добавил туда сахара. Сахара. А мы добавим сюда банан. А вы добавляете банан, и я добавил еще сливки. Давайте, сливки, ребята, можно добавить для пышности. Сливки для пышности, Миш, да. Спасибо. Мы очень часто обсуждаем такие продукты, которые взаимозаменяемые. То есть что, например, здесь чем можно молоко. Использовать вместо сливок, молоко. Да? У всех дома, я думаю, есть молоко. Это не такая уж и проблема. Миша, а вы отдаете предпочтение домашнему молоку или все-таки вот пастеризованному такому покупному в супермаркетах? Ну, если честно, я в детстве перепил домашнего молока, поэтому... Ну да, но если говорить в целом, да, то есть оно же жирнее для наших оладьев. Это предпочтительнее или, наоборот, это минус? Да, в принципе, не прям такой большой минус и не прям большой плюс. Отличный ответ! Все стало понятно прям сразу. Спасибо, потому что Миша, он, как всегда, занят. Он вновь пропускает муку через сито, и это все для того, мы напомним нашей дорогой телеаудитории, чтобы мука была самой наичистейшей в той миске, которую мы сейчас создаем. Слушайте, а вот у меня вопрос. Да, покупаешь муку там первого сорта или высшего, все равно ее нужно через сито пропускать? Конечно, любая мука, она все равно имеет какие-то загрязнения. Угу. Давайте. Так у нас получается такая хорошая текстура общая, да? Да, то есть здесь была какая? Должна быть тягучесть здесь. Угу. Желательно добавить побольше муки, чтобы консистенция имела более плотную. Ну, чтобы была тягучесть, плотная, была, да? Вязкость чтобы немного теста. Мы могли с легкостью перевернуть ее на сковородке. Можно разогревать уже, в принципе, сковородку. Давайте начнем. Евгений, мы уже разогреваем сковороду. Либо молодцы, я буду просто комментировать ваши действия. Я не знаю, кухня что... интерактивная у нас. Теперь... Ну, слушайте, у нас же Михаил хоккей любит. Вы можете теперь как это хоккейный какой-нибудь турнир прокомментировать? Хоккейный турнир? То, что происходит сейчас на кухне. Сейчас мы видим, как наш главный судья соревнований разогревает сковороду на данной газплите. Команды появляются на льду, горячем льду. Ну, и, собственно, вот, да, передаем. А вот, две клюшки, которые сейчас подает. Да, да, да. Погнали. Вновь масло. Мы отдаем предпочтение именно оливковому, да? Нет, в данном случае мы можем дать предпочтение растительному. Угу. То есть добавлять масло оливковое нужно для цвета. Угу. То есть он дает такой приятный цвет. Приятный цвет. Да. Масло оливковое. Вот запомните. А вообще, как вы относитесь вот сейчас такое количество выбора, да, той же самой, не знаю, сковородок, тех же кастрюли и прочее? Как выбрать вот все эти ноу-хау, нововведения, антипригарное, с какими-то там светящимися, не знаю, сердцевинами и так далее? Это нужно или обычная чугунная сковорода вполне сойдет? Чугун, шикарно вообще. К бабушке в печку прям, чугун в деревню на дровах. Ну а почему нет, собственно говоря? Действительно, почему нет? Может, потому что чугун разогревается долго и долго остывает. Вот, то есть алюминиевая сковорода будет лучше, да? Ну...
Так, так. Поспорить можно. Ох. Что делать в таких случаях, когда масло нападает на хозяйку? Масло можно закрыть крышкой. Окей. Только не сильно. Если вы сейчас закроете полностью, образуется конденсат. А если конденсат образуется, будет капать. Угу. И масло еще сильнее будет. Можно потише сделать огонь, ну, чтобы вот, масло успокоилось. Ну вот, да, этим и занимаюсь периодически. Да. Главное, совсем не выключить. Но в этот раз мы такую выбрали произвольную форму оладий, да? То есть да. Абсолютно не переживаем по поводу того, как они выглядят. Потому что вчера, насколько я помню, у нас была такая, как ты сказал, в виде шайбы, очень, да, очень красиво, кстати, все было ровненько. И на языке по-особенному как-то все это чувствовалось. А вот так мне, наоборот, мне это напоминает действительно наше детство. Такие и готовили нам бабушки, мамы. Да, Миша мне сам напоминает мою бабушку, поэтому очень здорово. Прям как в детстве. Давайте вернемся к нашим оладьям. Да, я делаю тише огонь, угу, чтобы мы могли под крышкой довести наши оладьи. Пока... То есть создать тот самый конденсат или мы оставляем крышку приоткрытой? Да, можно оставить приоткрытой. Сейчас нужно подготовить нам декор. О, это вот любимая сервировка. Да. Нужно персик. Снова съесть? А? Снова съесть? Миш, порезать его наполовину. Порезать, все, да, две пополам, части сделаем, проблем нет. Косточку. Отлично. И нарезать какой-нибудь соломочкой. Персик соломочкой? Да, вот прям вот половинку и на четыре части. Дело, можно. Не теряя времени на нашей, да, кухне, хочется завтракать, друзья. И вот же в дело пошел лайм. Интересно было, как, да, Михаил использует лайм сегодня. Лайм я использую как только цедру. Сейчас я возьму бальзамический уксус. Для этого и нужна была терка, да, видимо? Да, естественно. Я возьму бальзамический уксус выпаренный. Просто нанесу какой-нибудь небольшой рисунок. То есть... В произвольной форме? Да, вот просто. Обычно подают десерты так, да? И немножко потереть ее на белой тарелке будет выглядеть очень так. Очень симпатично выглядит, Михаил, но у меня вопрос практически. Купили мы лайм, значит, и для наших оладий использовали только цедру, да и то немного, грамм 15. Что делать с остальным продуктом, чтобы вы он не испортился? Вы можете взять лимонад. Сделать лимонад в домашних условиях, то, что я хотел сказать. Газированная вода, сок лайма, да, льда немного. Немного мяты. Немного мяты и все. Да, выключаем. Все, Миш, плиту мы с ней прощаемся. Да, все, мы прощаемся, выкладываем. Оладьи на тарелку. Без салфетки обычно же делаем так, чтобы масло лишнее. Да, можно салфеткой сделать. То есть это сейчас за то, о чем мы подумали функционально. Да, чтобы стекло масло. Угу. Теперь вы можете выложить, как вам более нравится. Он сейчас напишет Женя. Ну, пусть напишет Женя. Хорошо. Ну, давайте начнем. Каким образом? Главное быстро. Как вам нравится? Как вам нравится? Быстро погнали. Я думаю, да, можно просто как-то это. Быстрее было бы их сразу съесть. Но Миша говорит, нет, я шеф-повар, друзья, выполняйте мои микрозадания. Сделаем с удовольствием, дабы увидеть самый лучший вариант завтрака на нашей кухне сегодня. Программа «Жена Кун». Давайте посмотрим, что будет далее. А теперь... Прекрасно мы выложили. Шикарно, на самом деле, вам только работать каким-нибудь... Ну, возьмите нас на работу. Арт-кухня, да, вам какой-нибудь нужна. И теперь выкладываем наши оладьи. Посыпать мы их сахаром уже не будем? Нет, мы уже не будем посыпать их сахаром. Теперь мы просто польем немного их джемом. Можно с ягодками такие. Это любит Женя. Знаешь, Миш, я правда хочу сейчас побыть вот этим оладушком. Идем далее. Что вот тут у нас происходит сейчас? Все, практически все готово, да, мы видим. И, в принципе, оладьи готовы. Эх, сверху бы еще сахарной пудры, но нет. Я не шеф-повар и даже не зуб. Для меня вот, мне действительно этот рецепт напомнил рецепт бабушкин, рецепт родительский. Это такое возвращение в красивое, счастливое, беззаботное детство, летние каникулы. Дорогие друзья, мы приглашаем всех вас к столу и желаем хорошего аппетита. Лабрадоры – очень дружелюбные собаки. Эти четвероногие красавцы обожают играть. Зашкаливают. Хозяева щенка радуются достижениям любимого питомца.
говорят, собаки весьма умные животные. Яркий тому пример – этот светлый лабрадор. Забавное зрелище. Герой этого видеоролика не представляет свою жизнь без любимой игрушки. Веселое занятие – радостно плескаться в воде. А кто это у нас напротив? Маленький лабрадор знакомится с новым другом. Дельфины – не только одни из самых умных животных, они еще и романтики. В период ухаживания самец преподносит своей подруге букет. Конечно же, из морских водорослей. Наши корреспонденты подготовили интересный материал про этих удивительных обитателей водных глубин. Дельфины – настоящие интеллектуалы и лучшие друзья людей. А еще они любопытные, игривые и невероятно социальные существа. Дельфины с легкостью идут на контакт с человеком. В этом мы убедились сами. В Алматы всего 3 дельфина-артиста. Это 9-летние Юми и Катерина, а также Николь, которой 15 июня исполнилось 6 лет. У каждой из них свой темперамент и характер. По словам тренера, они воспринимают окружающий мир как люди, потому в отличие от других животных в работе с ними не используется дрессура. Действенны только тренировки, основанные на понимании и уважении. Маленькая Николь, несмотря на то, что она самая маленькая в нашем бассейне, это совершенно какой-то парадокс, но этот дельфин у нас главный в бассейне. То есть, если этот дельфин что-то хочет, то все остальные дельфины должны вот этому подчиняться, это делать. Этот дельфин очень умный, очень старательный. Этот дельфин сам предлагает какие-то номера. А вот Катя – противоположность маленькой Николь. Она настоящая отличница, старательная и прилежная. Когда у нее что-то не получается, она сильно переживает и расстраивается. У них такой же спектр эмоций, как и у нас. Точно такие же настроения бывают. Точно так же им кто-то нравится, не нравится. Но дело в том, что заставить тут никто никого не может. Согласно исследованиям, дельфины общаются на собственном языке. При рождении они даже получают от мамы уникальное имя. Однако с людьми, говорит тренер, их коммуникация строится не на понимании слов, а на языке жестов и свистков. Чтобы дельфинчик там что-то делал, есть определенные жесты. Чтобы дельфинчик там что-то не делал, есть свистки. Но иногда бывает такое, что только ты хочешь подумать, даже не подумал еще, а хочешь подумать, что мне бы вот неплохо было бы, если бы дельфин сделал то-то и то-то. А дельфин это берет и делает. Возможно, они читают мысли. Чтобы добиться такого успеха в работе с дельфинами, нужно знать все об этих удивительных животных. Например, что питаются они только рыбой, а воду и вовсе не пьют. Дышат не жабрами, а легкими, и строение внутренних органов у них во многом схоже с человеческим. Возможно, именно последний фактор позволяет им не только дружить с людьми, но и лечить их. Дельфинотерапия в целом относится к методу animal-терапии, то есть лечение при помощи животных. Вот. Отличают канистерапию, ипотерапию, ну, как самые основные виды, и дельфинотерапию. Плюс дельфины, ну, они уникальны, отличаются тем, что обладают ультразвуком. То есть ультразвук – это сам по себе очень мощный стимулятор, который стимулирует работу тех или иных областей головного мозга. И дельфин может сознательно стимулировать работу головного мозга детей. Алматинские дельфины наиболее успешно лечат аутизм и ДЦП. А в свободное от важной миссии время они играючи доказывают всему миру, что их таланты этим не ограничиваются. Дельфины – самые умные млекопитающие на планете Земля после человека. Алматинские дельфины Катя, Юми и Николь подтверждают эти слова в полной мере. Они умеют рисовать,
петь, танцевать и, разумеется, выполнять команды. Внимание! И... Ай, молодец! Мирлыр Нургалиева, Станислав Фролов, Жанакын. Возможности интернета безграничны. Некоторые компании при отборе сотрудников отдают предпочтение видеоинтервью. Чем такое собеседование отличается от обычного и как к нему подготовиться? На эти вопросы нам ответит специалист по маркетингу и пиар Мадина Денисова. Мадина, доброе утро. Здрасте. Доброе утро. Мадина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем главное отличие видеоинтервью от собеседования в кабинете? Очевидным отличием, конечно, является то, что видеоинтервью можно провести в любой точке мира, там, где есть интернет. Нет привязки ни к офису, ни к дому, то есть его можно провести даже из автомобиля. Следующим отличием является то, что видеоинтервью можно подключить, к видеоинтервью можно подключить несколько представителей компаний вне зависимости от их места дислокации. То есть это другие филиалы, другие офисы, командировки, то есть здесь уже нет таких вот границ временных, да, и пространственных для того, чтобы поговорить с кандидатом. Еще одним отличием видеоинтервью является то, что несколько представителей компании могут одновременно просматривать документы кандидата, даже профили в социальных сетях, и слушать и презентацию, как бы и общаться в режиме онлайн и в чате, и голосом. Мадин, расскажите о плюсах данного видеоинтервью. Среди плюсов для работодателя является то, что идет существенная оптимизация по времени и месту организации интервью. Среди таких вот неочевидных плюсов, да, то, что работодатель может записать такое собеседование для того, чтобы повторно его просмотреть, интерпретировать или проанализировать какие-то моменты в ходе собеседования. Для кандидата это, конечно же, экономия времени, особенно если кандидат в настоящее время работает, и ему неудобно, например, да, уйти с текущей работы. И кандидат может также записать такое интервью для себя уже, чтобы взглянуть на себя со стороны, потренировать какие-то навыки публичных выступлений, проанализировать, опять же, свою презентацию, да, и внести в дальнейшем какие-то корректировки. Здорово. Угу. Ну, давайте скажем, да, что собеседование – это всегда стресс, ну, в основном для соискателя. И вот какие существуют правила поведения при проведении видеоинтервью? То есть как-то одеться, вести, что говорить, какие подготовить документы, да, или файлы? Просто поставить камеру под правильным углом и понравиться работодателю. Конечно же, кроме технического оснащения, кандидату очень важно до интервью проверить, протестировать оборудование для того, чтобы собеседование проходило в комфортной для всех обстановке. Ну, то есть не отвлекаться на корректировку, там, на настройку звука и или видео. Сбои, да. Да, да. Но в плане одежды, конечно, и внешнего вида, тут правила те же самые, что и при проведении обычного интервью в кабинете. Это деловой стиль одежды, подготовленная речь, подготовленные заранее, может быть, какие-то ответы, свои вопросы к работодателю. То есть здесь рекомендации такие же, как и при обычном интервью. А мне кажется, знаете, зависит от того, какую работу выбираешь. Потому что, сейчас время такое, да, то есть и творческих людей ищут, и можно как раз продемонстрировать себя, там, не знаю, разрисовывая граффити, это все как вариант по скайпу. Возможно, но... Быть уверенным надо, но, да, возможно, специалисты работы творческих профессий, да, им тут важнее подготовить свое портфолио для демонстрации на экране, да, и это будет, наверное, его лучшей презентацией, чем он тоже будет верно это показывать внешним видом. Мадин, в данном случае при прохождении видеоинтервью на что обращает внимание работодатель? Какие есть секретики, что подскажете? Ну, из вышесказанного следует, что работодатели обращают внимание на подготовку кандидата к интервью. В целом это говорит о том, что, насколько кандидат заинтересован в работе вообще. Вот. Ну и, конечно же, кроме компетенций и знаний, работодатели оценивают потенциал развития сотрудника, его нацеленность на результат, эффективность. Такие качества, как универсальность и многозадачность, очень ценны для работодателя, потому что мы сейчас все работаем с большим объемом информации, да, и это, ну, уже требование времени. Ну и какие-то вот общие рекомендации, о которых мы, может быть, не упомянули, остались ли? Да, конечно. Я бы рекомендовала всем соискателям, настоящим, будущим, уделять внимание своему самообразованию, уметь находить новую информацию в своей области деятельности и применять ее в своей работе. Супер. Спасибо вам большое. Мадин, спасибо огромное. Благодарим. Хорошего дня. Спасибо.
Проект «100 новых лиц Казахстана» — это своего рода история независимости страны через историю конкретных людей. В нашей программе мы будем рассказывать о современниках, которые добились значительных успехов в разных сферах. Не так давно в нашей стране стартовал проект «100 новых лиц Казахстана». В своей статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» Нурсултан Назарбаев отметил, нужно направить внимание общественности на историю наших современников – Золотого фонда нации. Благодаря этому проекту казахстанцы узнают истории 100 конкретных людей из разных регионов нашей республики. Именно они внесли неоценимый вклад в развитие страны. На мой взгляд, в этот проект должны войти наши выдающиеся современники, которые идут к своей цели, добиваются успеха. Их истории должны стать примером для подражания. Поиск кандидатов для проекта нужно начинать с районных центров, областей Казахстана. В будущем обязательно нужно сделать печатную версию этого проекта с иллюстрациями и подробной биографией героев. На первом этапе проекта будет проходить сбор заявок. В нем сможет принять участие любой желающий, рассказать о жизни людей, чьи истории служат ярким примером. Это должны быть не только народные артисты и писатели. В проекте «100 новых лиц» могут принять участие строители, животноводы, фермеры. В центре этого проекта должен стоять человек труда. Финансист Аслан Назралиев тоже считает появление проекта своевременным и необходимым. 7 лет назад молодой человек отучился по программе «Болашак» в Нью-Йорке и вернулся на родину. Сейчас он занимается предпринимательством. Говорит, залог успеха любого начинания кроется в трудолюбии. Сейчас, думаю, очень актуально рассказывать успешные истории молодых, успешных наших сограждан, которые своим трудом добиваются больших успехов. Мы, как молодое поколение, на себе реально чувствуем успех нашей страны, государственную поддержку в сфере образования, социальных программ. По словам Аслана Назаралиева, на сегодняшний день в стране много казахстанцев, чьи истории успеха достойны информационной поддержки и популяризации. Димаш Худайбергенов, да, Геннадий Головкин, Арман Тосканбаев, Арман Сулейменов, Куаныш Шонбаев. Эти ребята своим трудом, несмотря ни на что, добиваются высоких результатов, известных не только в Казахстане, но и за ее пределами. Вот, я думаю, это реальные носители бренда Казахстана и за рубежом, и в Казахстане. Заявки принимаются на сайте проекта. Здесь будут представлены все истории. Причем каждый казахстанец может оставить свой интересный комментарий. Айман Кай, Ернур Айдарбек, Жанатын. Мечтая о стройной фигуре, мы порой слишком увлекаемся, голодаем, избегаем каких-то продуктов, но вот результат не всегда радует. Сегодня диетолог Татьяна Загриценко расскажет о том, как составить низкокалорийный, сбалансированный рацион питания. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Танечка, скажите, пожалуйста, почему после таких жестких диет мы сначала получаем вроде ожидаемый результат, а потом быстро набираем вес? Ну, знаете, сейчас до сих пор очень актуально вот эти вот жесткие низкокалорийные диеты. А что такое низкокалорийная диета? Это в основном диета, которая в своем составе содержит 1000, а то бывает даже меньше калорий в день. Это катастрофически тяжело для нашего организма, потому что у нас есть такой термин, называется ВОО. Это величина основного обмена. Это организм тратит на дыхание, зрение, пищеварение и так далее. То есть мы лежим полностью на диване, и наш организм тратит калории. Вот, в основном жесткие низкокалорийные диеты, эта калорийность гораздо ниже. Вот представьте себе такую ситуацию. Вам урезали зарплату. Что вы чувствуете? Страх, тревогу, плохое настроение и все с этим вытекающее. Правильно? Те же самые чувства испытывает ваш организм. Вы ни с того ни с сего решили сесть на жесткую диету и ограничили его в необходимых. Я говорю только сейчас о необходимых нутриентах. Это белки, жиры, углеводы. Я уже не говорю о витаминах и минералах. Следовательно, он испытывает те же чувства, что и мы. Да. Что мы делаем, когда нам урезали зарплату? Мы начинаем копить.
То же самое делает наш организм. Все, что мы едим, он начинает запасать. А как бы, а что будет завтра? А что будет в будущем? Он не знает. Поэтому я хочу, чтобы наши телезрительницы не делали таких ошибок. Да, эффект мы можем увидеть, но в основном в жестких диетах идет очень жесткий дефицит белка. И мы худеем не за счет жировой прослойки, а за счет наших мышц драгоценных. Потому что именно мышцы тратят калории. И потом, главный ключевой, знаете, минус диеты, она заканчивается. Правильно? Она рано или поздно заканчивается, но в основном рано. И поэтому мы возвращаемся к своему нормальному питанию. И наш организм, это то же самое, что вам добавили зарплату. Вы чувствуете счастье, но вы начинаете копить, а вдруг еще раз ее урежут. Правильно? То же самое делает наш организм. И в основном мы, когда похудели, а потом резко так же поправились, мы выглядим даже хуже, чем выглядели до этого. Потому что похудели-то мы за счет мышц, а поправились за счет жировой прослойки. Поэтому не нужно делать таких ошибок. И просто можно сказать, что главная мышца – это все-таки сердце у нас. Конечно. Сердечное. И когда долго вот ты все это к этому прибегает так жестко, то начинает уже страдать и потом, соответственно, не так хорошо работать. И наша нервная система наша очень сильно страдает. Наверняка, чтобы вот таких ошибок не допускать и чтобы система не страдала, нужно знать, может быть, и о меню. Немного расскажите, пожалуйста, вот один вариант одного дня меню. Одного дня. Низкокалорийная диета. Конечно, только о ней. Хорошо. Смотрите, низкокалорийная диета, если вы вдруг правда захотели, то я не советую вам прибегать к ней больше, чем на 5 дней. Если вы эксперт в питании, то вы можете добавлять, к примеру, 2 дня низкокалорийных, потом постепенно возвращаться к своему рациону. Это, знаете, бывает, когда человек очень долго на правильном питании, у него бывает такое плато, то есть вес не уходит ни вверх, ни вниз. И вот для того, чтобы немножко встряхнуть наш организм, мы прибегаем к таким диетам. Например, это может быть, никогда не нужно исключать углеводы, поэтому сложные углеводы должны быть на завтрак. Это любые крупы. Может быть овсянка, гречка, бурый рис, можете приготовить. Готовить даже макароны с помидорами на здоровье. Потом у вас будет, может быть, небольшой перекус. Это яблоко, к примеру, 100 грамм и буквально 5 грамм орехов. А следующий прием пищи у нас идет обед. Здесь тоже обязательно должны быть углеводы. Но на низкокалорийной диете мы их уменьшаем. То есть если до этого мы могли себе позволить, к примеру, 40-50 грамм в сухом виде, то здесь лучше 30. И точно так же обязательно какое-нибудь мясо. Но если это низкокалорийная диета, следовательно, лучше индейка, либо филе куриное. Вот. Потом следующий у нас перекус – это кефир, грамм 150, плюс отруби, грамм 10. И ужин должен быть всегда легкий. Самый классный ужин – это рыба и клетчатка. Это может быть брокколи, любые тушеные овощи. Вот такое меню будет, как сказать, менее стрессовое для вашего организма. Ну и когда такое правильно составленное меню, да. И, в принципе, низкокалорийная диета такая на пару дней может принести пользу, да? Да, да. Ага. Я считаю, да. А какими можно ли позволить себе физические нагрузки в период такой диеты? Да, конечно, можно позволить, но мы получаем меньше калорий, а особенно мы получаем меньше углеводов и жиров. Это главные источники энергии. Поэтому если вы чувствуете депрессию, апатию, это абсолютно нормально. Вы должны быть к этому готовы. Если вы не готовы никаким изменениям в вашей жизни, не садитесь ни на какую диету. Я как бы абсолютно никогда не приверженец диет. А физическими нагрузками нужно заниматься, потому что нужно разгонять наш метаболизм. Но в первую очередь, как и беременным, я всегда советую, слушайте свой организм. Исключите полностью, если вы работаете с тяжелыми весами, полностью их исключите. Работайте только со своим весом. Татьяна, скажите, вот по каким причинам и вообще кому из людей, например, такая диета может быть совершенно не нужна или противопоказана? Полностью противопоказана она беременным женщинам. Полностью. Это первое. Это первое. Детям ни в коем случае, школьникам ни в коем случае. В основном девочки-школьницы, особенно ближе к 11 классу, из-за неправильного гормональной работы они начинают полнеть. И вот здесь вот как раз-таки низкокалорийная диета может сделать еще хуже, потому что организм все-таки растет. И наша гормональная система нуждается обязательно в необходимых нутриентах. Вот для беременных, для детей, школьников и людей, которые имеют какие-либо тяжелые заболевания. К примеру, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. В общем, если подытожить, если вы здоровый, нормальный человек, у вас нету никаких серьезных отклонений с ЖКТ, желудочно-кишечным трактом,
то пару дней разгрузочных такой легкой диеты могут вам помочь, чтобы чувствовать себя легко. Но ни в коем случае не похудеть, а просто привести себя в тонус и чувствовать себя легко. Тань, спасибо вам большое за интересный и полезный диалог, ну и спасибо. То, что вы служите вот главным примером своих правильных советов. Спасибо большое. Желаем вам хорошего дня. Ну а мы, дорогие друзья, встретимся с вами через полчаса, а пока передаем слово нашим дорогим коллегам. Қайырлы таң, қазақ елі! Жаңа күн бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сөз кезегін бізге ұсынған әріптестерге рахмет. Бүгін 16 маусым, қасиетті жұма. 1963 жылдың дәл осы күні әлемдегі тұңғыш ғарышкер әйел Валентина Терешкова басқарған кеңестік «Восток-6» кемесі ғарышқа ұшырылды. Сондай-ақ осыдан 17 жыл бұрын Астанаға қалалар бейбітшілік үшін атты ЮНЕСКО сыйлығының сертификаты табыс етілді. Бұдан да өзге ел және әлем тарихындағы оқиғалар бұл күн айдарында. Осыдан 81 жыл бұрын дәл осы күні Қазақстан Республикасының халық әртісі Мәдениет Ешекеев жарық дүние есігін ашты. 2000 жылы 16 маусымда Астанаға қалалар бейбітшілік үшін деген ЮНЕСКО сыйлығының куәлігі табыс етілді. Осыдан 8 жыл бұрын маусымның 16 күні публицист және аудармашы Геральд Бельгердің «Қазақ сөзі» атты кітабы жарық көрді. 1963 жылы әлемдегі тұңғыш ғарышкер әйел Валентина Терешкова басқарған кеңестік «Восток-6» кемесі ғарышқа ұшырылды. Бүгін Қытайда Айдахарлар мерекесі. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ғалымдары отандық банкпен бірлесіп Америка, Бразилия, Канада секілді ауыл шаруашылығы дамыған елдерден сарапшылар шақырып, ғылыми тәжірибелік конференция өткізді. Онда еліміздегі жайылымдық жерлер мен суармалы алқаптарды су жүйесімен қамтамасыз ету, бұл салаға жаңа инновация тарту, мамандар дайындау мәселелерін талқылады. Сол кеңес дәуірі кезінде елімізде 186 миллион гектар жайылым болатын. Ал бүгінгі кезде біз таза жайылым 61 миллион деп отырмыз. 27 миллион гектарымыз, ол ауылдың маңайындағы жайылым жерлеріміз бүгін деградацияға ұшырап отыр. Ол мына бүгінгі сол жайылымдар пайдаланбай отыр. Сонымен қатар біз мына қалпына келтіру мәселесі, жайылымды қалпына келтіру, сол жұмыстарда республикамызда жүргізіп отыр. Бұл бөлім ордасында ауыл шаруашылық қызметкерлерімен қатар болашақ су жүйесі мамандарын да оқытады. Оларға тәжірибе жүзінде су құрамын анықтап көрсететін зертхана мен қажетті құрылғыларды отандық банктің инвесторлығымен сатып алған. Біз ақшыта өндірілген николет құрылғысын алдық. Мұнда біз судың құрамындағы зиянды заттардың мөлшерін анықтаймыз. Бұның кереметі су құрамындағы заттардың мөлшерін дәл анықтайды. Бұл зертхана 2001 жылы ашылыпты. Содан бері студенттермен ізденуші жас қалымдардың су жүйесін терең білулеріне септігін тигізуде, дейді зертхана жетекшісі Людмила Курасова. Бірінші кезекте судың сапасын анықтаймыз. Бұл судың физикалық, химиялық қалпын анықтау деген сөз. Екіншіден бұл зертханада ауыл шаруашылық топырақтарының құрамында анықтауға болады. Еліміздің ауыл шаруашылығы саласы мамандарын дайындайтын оқу орындарының көшбасында тұрған бұл білім ордасында жүзеге асырылып жатқан мұндай халықаралық жобалар баршылық. Мұның бәрі білікті мамандар дайындауға бағытталған, дейді университет басшысы. Бүгінгі кезде мемлекетімізден қолдауды біз көріп отырмыз. 2017-21 жылға арналған мемлекетіміздің агроөндіріс кешенін дамуын бағдарламасы қабылданып отыр. 2 триллион 374 миллиард ақша бөлініп отыр. Сонымен қатар жайылым туралы заңымыз және ауыл шаруашылық кооперативтер туралы заңымыз өндіріске енгізіліп отыр. Мемлекеттік бағдарламада заңда бүгін қаржыландыру мәселесі қарастырылған. Өтіп отырған ғылыми тәжірибелік конференция соңында ғалымдар мен банк басшылығы және Қазгипровод Хоз секілді жобалау институтының директорымен бірлескен келісім жасалды. Ол бойынша білімді жастардың біліктілігін арттыру үшін дамыған елдерге тәжірибелік оқуға жіберіп, өндіріс орындары мен шаруашылықтарда кәсіби қызметтерін шыңдаудан өткізу жоспарланған. Нұрболат Абайұлы, Станислав Фролов, Жаңа күн.
Гүлшат Тотова 1993 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында театр және кино актері мамандығы бойынша білім алған. Бүгінде Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы. Гүлшат апай, қайырлы таң, студияға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Өзіңізді үлгі тұтар актриса ретінде жақсы танимыз. Көрерменмен қауыштырып, осы соңғы жаңалықтарыңызбен бөлісін деп арнайы бағдарламамызға шақырдық. Барлығымыз жақсы білеміз. Әуезов театрында Қыз Жібек спектаклінде керемет рөлді сомдайсыз. Осы сахнадағы Гүлшат пен өмірдегі Гүлшаттың болмысы ұқсайды ма? Кейбір кейіпкерлер ұқсайды. А кейбір кейіпкерлерім ұқсамайды. Мысалға, шашын жылып қолына беретін әйелдің образы ол мен емес. Иә. Yeah. Бірақ сахнада ондай жасауға тура келеді. Ана образы, балаға деген мейірімін көрсететін образдар ол мен. Өзімнің әлі күнге дейін ойнамаған рөлдерді ойнағым келеді. Ол маған мен үшін қандай рөл ойнамадыңыз? Мысалға, қандай рөлді айтсам болады? Мысалға, тарихи рөлдер, тарихтағы қалған әйел образдары ойналмады әлі менде. Мұхтар Әуезовтің шығармасында болсын, Шекспирдің шығармасында болсын, қандай шығарманы алса да тарихи ойналмады. Енді сізді соңғы кездері теле жүргізуші ретінде де байқап жүрміз. Енді теле жүргізуші дегенде ол қалай айтсам екен? Ол енді менің өмірден алған тәжірибемді көрсету шығар деп ойлаймын. Ал актрисалық өмірім ол менің профессиям дейді ғой, менің кәсібім. Нәсібіңіз. Нәсібім, ол менің наным. Ең негізгісі мен актрисам. Шақырған жерден қалмайсыз ғой, не болса да. Шақырған жерден қалмаймын, шақырмаған жерге бармаймын. Бәрекелді. Ұжымыңыз Астанада өтетін Экспо көрмесінде өз өнерін көрсетеді екен. Сіз де солардың қатарында бар шығарсыз. Иә, Экспо барамыз. Ол жерде біздер 10 шақты спектакльді көрсетеміз. Әуезов атындағы драма театрының күнделікті жүріп жатқан спектакльдері. Сол спектакльдерде мен 5 спектаклінде өнер көрсетемін. Басты рөлі бар, орташа рөлі бар деген сияқты эпизодтық рөлдерде, массада болсын. Қыз Жібекте бар. Иә, Қыз Жібекте мен Төлегеннің анасының рөлін сомдаймын, Қамқа. Ол енді Қыз Жібек біздің театрға өте керек деп ойлаймын. Иә. Өйткені біздің театрымызда сол фильмде аңыз болып қалған Бекежан ағамыз, Асанәлі ағамыз ойнайды. Одан Қыз Жібегіміз Меруерт Өтекешова біздің театрда, Төлегеніміз Құман Тастанбеков біздің театрда. Енді әрине біздің театрға осындай Қыз Жібек сияқты қойылымдар қойылу керек деп ойлаймын. Ол өте дұрыс шешім қабылдады біздің басшыларымыз деп. Қазір етене кірісіп, жеңді тұрып жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы. Енді бүгінде актерлікке қызығатын жастар көп. Иә. Осы орайда жалпы қыз балаға актер, актриса болу сіздің ойыңызша дұрыс па? Әлде бұл жол ауыр жол деп санайсыз ба? Жеңіл жолмен жүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ауыр болса да, егер жаның, тәнің сүйіп тұрса, баруға болады. Бірақ менің бір қатты қынжылатыным, көшеден келіп актриса болмасыншы. Мен не үшін оқыдым, мысалға, 4 жыл. Сол еңбегімді зая кетіріп, жай әшейін көшеден келіп актриса бола салу деген мен үшін өте үлкен қателік деп ойлаймын. Егер ол білімімді алып келетін болса, мен кей кезде осылай сөз, неге сіз осы актриса, ол оңай ғой, көшеден келіп шақыра сал, ойната сал деген сияқты әңгімелер болып жатады ғой. Сол кезде мен осындай сұрақ қоямын. Сен маған екінші пландағы образыңды, осы қазіргі мынау жүргізушінің екінші планын ойнап берші маған деп айтқым келеді. Ал ойнап бер, егер сен шынымен талант болсаң, сен ойнап бересің. Егер шынымен талант болмасаң, онда сен оқу сені үйретеді. Яғни сіз мынау сән конкурстарына қатысып шығып, не болмаса ән айтып жүріп актриса бола салайын деген жастарға қарныз ашады. Мысалыға мені алып акушерка жасап қойса, мен бала босандыра алмаймын.
Тура сол сияқты рольді мен үшін бала. Мен ол рольді Юкшай дайындасам да, ол менің образым. Мен оны жасадым, одан құлақ шығардым, шашы қандай болады, мұрны ғана, көзі қандай болады. Мысалыға, мен Жібектің анасы қандай, біз басынан аяғына дейін, оның тырнағына дейін жазамыз. Ол қайдан туды, ол қайдан келді, неге бүйтіп сөйлеп жатыр, неге ол ашуланды, неге ол зарын айтып жатыр, неге ол өлең айтып жатыр. Осының бәрін астарын тапқаннан кейін барып, образ туады. Ал біздегілер көшеден келетті, мен ойнай салам, мен қазір Қыз Жібекпін деп. Сонымен қатар сіз киноларда түсесіз, Анаға сериалында. Иә, Шәмшінің жарының образын сомдадым. Көңіліңізден шықты ма? Бұл жерде ол образда орысша сөйлеу керек болды, бірақ менің тілім онша орысшаға келген кіремей. Қиналып қалдыңыз ғой? Иә, қиналып қалдым. Сол жерінде ғана, ал бірақ мен ол образды нақты алып шықтым деп ойлаймын. Өзіме. Сіз алдын ала дайындалдыңыз ба? Хабарласып, сұрастырып деген сияқты. Мен барып хабарласып сұрастырған жоқпын. Маған сол сценарийді берген кезде режиссердің көмекшісі маған барлығын түсіндіріп айтып берді, ол кісі осындай болған. Сіз тура соның өзін сомдайым деп әрекет жасамаңыз, өзіңізге жақын дүние жасаңыз. Сонда Шәмшінің жары шығат деген ойдамыз деп. Содан кейін менде әйелді түсінеді ғой. Текст бойынша берілген әйелдің образын әрбір сөзінен іздедімді. Сөйтіп, содан жақсы кез келген әйел жарын қызғанады. Реніші, өкпесін көрсеттіңіз ғой. Иә, ішіндегі реніші бар, өкпесі бар, баласына деген. Бәрібір әйел отбасын сақтап қалу үшін бәрін кешіреді. Кешірімділігін көрсеттім көбінесе. Ер азаматты биікке көтерткізіп, әйел өзінің әйел екендігін сезіндіретін, сол отбасындағы жәнегі шеге боп отырғанын, сондай әйел образын жасадым. Ал енді Хабар арнасының жаңа маусымында көрерменге жол тартатын Қария сериалында қандай рөл сомдадыңыз? Қария сериалында мен эпизодтық рөлде ойнадым. Ол жерде бармысың бауырым бағдарламасын жүргізетін жүргізушінің образы. Ол жерде де негізі Қымбат Досжан болады. Иә, Қымбат Досжанның образын жасадым десем болады. Көңіліңізден шықты ма? Көңілімнен шықты. Өте ерекше бір өзі Қымбат Досжан байсалды, тура сол сияқты байсалды сөйледі. Тілі де жұмсақ. Бармысың бауырым бағдарламасына қош келдіңіздер деп әдемлеп жеткіздім. Сол жерде образда ойнаған, жылап отырған, бүкіл ішіндегі ізденістерін бәрін көрсетуге тырыстым қасымдағы отырған кейіпкерлердің. Енді эфирге жол тартқан кезде көре жатармыз қалай болып шыққанын. Мінекей осындай сәтте көшеден келген актриса болса ойнай алмас еді. Иә, жүргізушінің де рөлі бар. Сіздердің де рөлдеріңіз бар деген сөз. Түп мақсаттарыңыз бар деген сөз. Соны жетігіне жете білу керек. Енді Гүлшат, бүгінгі күнге дейін көптеген рөлдерді ойнадыңыз, сомдадыңыз, десе де бір арман бар шығар. Негізі ойымда жүреді, үлкен жерде айтып отырмын ғой, мен тарихи дүниелерді, үлкен ханшайымдарды, ананың образын, мысалға Әмина Өмірзақова сияқты анамыздың образдарын, Сабира Майханова сияқты образдарын солай сомдағым келеді. Мысалға Ана жер анадағы образдардың әр қайсысын, ана жер ана болсын, толғанай болсын, қайсысын алса да ол үлкен образ. Сондай образдарды сомдағым келеді, домалақ ананы сомдағым келеді. Ол да үлкен тарихи дүние ғой. Сондай образдарда беріп жатса, Тұмар ханшайымды сомдағым келеді. Соның есейген, сақ елін сақтап қалған кезін, жастық шағы емес, есейген кезін, менің жасымнан үлкейген кезі болса, сомдар едім. Енді қазіргі таңда өнер мектептері ашып жатыр. Иә. Екінің бірі ашып жатыр, деп айтсақ болады. Енді сол жерде ұстаздар керек. Yeah. Сұныстар келіп жатыр ма? Сабақ берсеңіз,
шәкірт тәрбиелесеңіз деген. Иә, болады. Осы жекеменшік мектептерге келіп солай сабақ берсекен деп. Бірақ кейде ішім оған онша барығым келе бермейді. Не себепті? Ол жерде көп талап етеді. Жоқ, уақытта емес мәселе. Ол жерде иә, профессионализм аз болады ау деген. Бостан босқа баланы басқа қырына жіберуге дұрсау деп ойлаймын. Яғни бір ай көлемінде ол білмеймін, ол мамандықты игере алмайды ғой. Әрине. Әрине, ол баланың өзінің таланты болмаса, бостан босқа оны апара берудің, содан бірдеңе шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер музыкалық жағынан, актерлық жағынан емес, музыкалық жағынан болатын болса, бір инструментті ойнауға онда болады. Кішкентай 3 жасынан, 3-ші класс сыныптан бастап оқытуға. А егер актерлық жағынан 7 жасынан бастап беріп жатады кейбіреулер. Егер кішкентай балалардың өзінің таланты жылынып тұрған балалар болса, онда олмен жұмыс жасауға болады. Ал егер жоқ, айтқаныңды тыңдамай, маған кәмпет бен су ішкім кеп кетті, жасамай. Оның анасын жүйке жүйесі тозып. Ол үйтіп тоздырудың қажет жоқ деп ойлайым. Яғни баланы екеміне қарай жіберген дұрыс. Әрине, иә, екеміне қарай жіберген дұрыс. Спорт болса спортқа, сурет салатын болса сурет үйірмесіне, билесе биге, солай. Жақсы. Гүлшат, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңізге рахмет. Енді экранның ар жағында көптеген көрермендеріміз отыр. Соларға бір таңғы тілек айтсаңыз болады. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Әрбір атқан таңдарыңыз шуақты болсын, күндеріңіз сөнбесін дегім келеді. Хабар арнасындағы жаңа күн бағдарламасын күнде-күнде көріңіздер деген тілек білдіргім келеді. Рахмет. Құрметті көрермендер, бұл сұхбатты тілшілеріміз дайындаған бейне материал жалғастырады. Балалар әдебиеті қиын да күрделі сала. Бұл салада жазатын ақын жазушылардың ойы өрісі биік, таным көкжиегі қашанда кең. Дегенмен балаға оқиғаны баланың тілімен жеткізу оңай шаруа емес. Біз бүгін мен ұсынған 5 кітап айдарында балалар мен жасөспірімдерге арналған әдебиеттер тізімін ұсынамыз. Жалпы балаларға әдеби шығармалар балабақшада оқыла бастайды екен. Сондықтан арнайы балабақша меңгерушісі ұсынған 5 кітаптың тізімін назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші әдептілік әлемі кітабын ұсынамын, әдемілік кітабын, Қазақстан отаным кітабын ұсынамын, әжемнің ертегілері кітабын ұсынамын, изучаем английский язык кітабын ұсынамын, қазақ оркестрі кітабын ұсынар едім. Көп жағдайда ата-аналар балаларына қандай кітап алу керек екен білмейді, ал бұл тізім жас ата-аналардың кәдесіне сөзсіз жарайды деген ойдамыз. Мысалы, қазақ оркестрі кітабы баланы өлеңге баулып, музыкаға деген сүйіспеншілігін арттырады. Кезінде әжелер өздері жаңағы бесік жырымен, ананың әлдиемен ертегілер оқып беріп отырып, немерелерін, балаларын тәрбиелеген. Әжемнің ертегілері кітабын ұсынып отқан себебім, балалар егерде ертегілерді естіп, оны үйреніп өссе, ол баланың ойлау қабілеттері артып отырады. Егер балаға сәби күннен бастап кітап оқу мәдениетін қалыптастырсаңыз, бұл дағды әдетке айналады. Осы бір жақсы дәстүрді бала бойынан жоғалтып алмас үшін, жасөспірім шақта да қызықты кітаптардан қол үзіп қалмауын қадағалаған жөн. Ендеше жасөспірімдерге арналған әдебиеттер тізімін келесі сарапшы маманымыз айтып берсін. Қазір ұсынатын кітаптардың ең біріншісі балаларға арналған. Біз балдырған баламыз, шырқа бәнге саламыз деген Нұрғали Нүсіпжанов пен жазушы Мереке Құркеновтың құрастыруымен жасалған кітап ұсынар едім. Қазақстанның халық жазушысы ақын Мұзафар Әлімбаевтың өлеңдер жинағын ұсынар едім. Балаларға арналған олды. Ардақ Мұқышев ұсынған үшінші кітап Абайдың шығармалар жинағы. Бұдан кейінгі орынды кейіпкеріміз Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» кітабына берсе, тізімді Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожасы» түйіндеді. Бердібек Соқпақбаев өзі кейін есейгеннен кейін өзінің балалық шағын анау уақыттағы 31-37 жылдардағы қиын, біздің халқымыздың басынан өткен қиыншылық кезеңін баланың көзімен жазған. Сосын өте тартымды тілі, сөздері жеңіл балаларға оқуға. Кітап оқу балаларды төзімділікке тәрбиелей отырып, өзгеше ойлауға баулайды. Түсінігі терең, білімге бейім бала, сәйкесінше кітап сүйгіш болып келеді. Сондықтан баланы жастайынан кітап оқуға тәрбиелегеніңіз өнегелі іс болмақ.
Тойгүл Нұржанқызы, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Жаңа күн жағымды жаңалықтардың жаршысы болсын. Бізді теледидардан тыс ғаламтор бетінен де қарай жүріңіздер. Таң атысымен шығармашылық ұжымымыз сіздерге талай тосын сый дайындап қойды. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонағымыз танымал әнші, термеші Өмір Құлайниязов. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік, балықтарымызға қайырлы таң келді. Жалпы қазір төрткіл дүние көз тіккен экспо көрмесі өтіп жатыр. Осы экспо көрмесіне жақында ғана ғаламторға шықты өскемендік азамат. 1000 шақырым жолды жаяу жүріп өтіп экспоға келгенін айтып, өзінің үлесін қосқан айтты. Енді сіздер әншілер тарапынан қандай үлес қосып жатсыздар, қандай дайындықтарыңыз бар? Енді өнер әлемінде бұл үлкен болып жатқан іс-шараға өнер әлемінде қатты дайындық үстінде. Олардың бірінде енді мен өзім Алматы облысында Сембай атындағы филармониясында қызмет жасаймын. Бұйырса біз шілденің 15-інен, шілденің 10-інен 15 аралығында біз үлкен концерттер өткіземіз. Ол бір емес 8 концерт жоспарлануда. Енді менің жеке номерім ол жақта халыққа белгілі Медет Салықовтың әні сөзін Серзат Дүйсенғазин жазған Байтақ елім. Ол біздің бағдарламалардың ең бір жақсы номерлердің бірі болады деп ойлаймын. Менің өзімнен ал жалпы филармонияда қызмет жасайтын әншілер экспоға арнап экспо 17 деген Данияр Қамысовтың әніне жазылған Жұматай Омаровтың Оспанұлының сөзіне жазылған жаңа әнді барлығымыз бірге сол концерт бағдарламаны аяқтауға дайындап жатырмыз. Өмір Құлаға, енді өзіңіздің жаңалықтарыңызбен бөлісіңіз. Дүйсенхан Сыздықовтың кешінде одан кейін Шөмішбай Сәлетовтің сөзіне жазылған ұшқан биік қырандар деп аталатын үлкен осы қазақтың тұлғаларын, оның ішінде Абай, Сүйінбай, Қабанбай батыр, Райымбек батыр сияқты елбасымызға дейін барлығын жырлап өтетін үлкен толғау жазып үлгердік. Ол да біздің экспода ертең орындалатын болады. Одан кейін Оңғар жыраудың термесін біз халыққа енді-енді міне ұсынып жатырмыз. Одан кейін қазақ деген жерімді мақтан етемін деп аталатын Асланбек Қажымқан деген жас менің шәкіртіммен бірге дуэт жазып қазір халыққа ұсынып жатырмыз. Аға, енді бүгін сұхбатқа домбыраңызды ала келіпсіз. Енді келгеннен кейін домбырамен ән сұрамасақ болмас. Бір әніңізді орындап берсеңіз. Барша қазақстандық көрермендерге қайырлы таң дей отыра, мен халық әні сөзін Қадыр Мырзалиев жазған Ақжайық деп аталатын әнді орындап. Көп болды Ақжайыққа бармағалы, көп болды тау суына қанбағалы. Құрбымен қосылып ән салмаған ой. Аққулы күлім, күгір ай жүрім, мен сен сағындым ғой Ақжайығым. Ақжайық сенің жерің алабытын, көрмедім жер жаннатын далаң атын.
Рахмет, енді бұл әннің тарихы батыстың халық әні, бұл ән. Енді Нұрғиса Тендиев атамыз Қызбек фильмін түсірген кезде осы әнді пайдаланған, сол кезде тауып алып. Сол кезде қадырымызда лепті шақыртып, жаңадан сөз жаздырып осы әнді орындапқан. Содан бері осы халық аузында осы ақжайып сөзімен орындалып келді. Енді көбінде дәстүрлі әншілеріміз эстрадалық бағытқа кетіп жатады дейді. Сіздің осыған көзқарасыңыз қандай? Эстрадамен сүйемелді көбірек қабылданады, сондықтан ол сахнада да, мысалы, эстрадалық сахнаның өзі бөлек, ол жерде де біздің дәстүрлі әншілеріміз осы жаңадан өңделген түрде жастардың құлағына жалпы кең ауқымда естіліп жатса, ол қазақ өнеріне керісінше пайдалы келмесе зиян әкелмейді деп ойлаймын. Менің білуімше, сіз жақында Ерболат Құдайбергенмен дуэт айтпақшысыз. Осы жайлы айтсаңыз. Осы бір екі күннің алдын ғана мен инстаграмда жариялаған болатын. Ерболат Құдайбергенмен біз қазір жаңа жоба, жаңа ән жазу үстіндеміз. Қазір тек қана оның әлі әні де, сөзі де белгісіз. Тек қана біз қазір стилменен жұмыс жасап жатырмыз. Оның енді әуенін міндетті түрде Ерболат өз жазатын болады деп жоспарлап отырмыз. Ал сөзін енді бұйырса әртүрлі ойымыз бар. Мүмкін бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан Бақыт Беделхан болар, мүмкін Ринат Зайтов болар, мүмкін қайнар інімізге қолқа саларымыз. Сондай жігіттермен міндетті түрде сол ақындар жазған дұрыс шығар деп ойлаймыз. Өйткені біздің жазатын әніміз де сол өсиет тақырыбында, ұлт тақырыбында, осы патриоттық тұрғыда болу керек деп ойлаймыз. Өмірқұлаға енді бізге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Осы тұста біздің көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз болса. Тағы да барлықтарыңызға қайырлы таң дегім келеді. Әр таңымыз тек қана қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Барлықтарыңызға қайырлы таң, аман болыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз танымал әнші, термеші Өмірқұлай Ниязов. Жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдарында кездескенше. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Сондықтан тарихқа өшпес таңба қалдыруға үлес қосыңыздар. Амандықта жүздескенше.
Доброе утро, дорогие друзья. Напомним, сегодня пятница, 16 июня. Наши коллеги свою часть программы уже завершили, ну а мы продолжаем выпуск. Электромобили – экологичный вид транспорта, но сеть станций подзарядки пока недостаточно представлена, и американские инженеры нашли выход. Они создали опытный участок дороги, обеспечивающий беспроводную зарядку таких машин. Испытания продолжаются. Еще больше интересных новостей из мира культуры и науки в нашем следующем материале. В Лос-Анджелесе состоялась презентация самой мощной консоли в мире. Новинка предназначена для тех, кто любит видеоигры. Основное ее преимущество в том, что она поддерживает графику и изображение в формате 4К. Кроме того, с ней намного проще внедрять виртуальную реальность. Новое изобретение вызвало много вопросов у игроманов. Ведь на сегодняшний день ни одна игра не соответствует параметрам мощного гаджета. А это значит, что под новую консоль придется создавать и соответствующий контент. В Шанхае тем временем прошел показ моды будущего. Главное отличие этой одежды от современной в том, что она содержит провода и лампочки. Хай-тек костюмы – это сплошная иллюминация. Если мужской половине предлагают добавлять небольшие детали в виде вспышек на куртку, то женская одежда светится как гирлянда. Особый шик – корсет из проводов на батарейке. При желании можно заставить его играть всеми цветами. Для более романтичных натур предложили платья, декорированные цветами, но тоже обязательно с подсветкой. Океан без пластика. В Индии появилась команда энтузиастов, которые совмещают свою основную работу с экологическим проектом. Эти молодые люди – рыбаки, но на несколько часов в день перевоплощаются в дайверов. Их миссия – очистить Индийский океан от бытовых отходов в виде бутылок, пакетов, рыболовных сетей. Как показали недавние исследования, уже сегодня в океанах находится 150 миллионов тонн пластика. Если не предпринимать меры, то к 2050 году мусора будет больше, чем рыб. Поэтому каждый день волонтеры отправляются в море за новым уловом в виде пластиковых отходов. Семнадцать лет назад столица Казахстана, Астана, была удостоена сертификата премии ЮНЕСКО «Города за мир». Ну а в 2009 году вышла в свет книга известного казахстанского писателя, публициста и переводчика Геральда Бельгера «Казахское слово избранное». 16 июня 2012 года в Сан-Марино прошла презентация заявки Астаны на проведение Экспо-2017 с подробной аргументацией казахстанской позиции. О других знаменательных событиях этого дня узнаем прямо сейчас. июня 1936 года родился народный артист Казахстана Мадиниет Ишикеев. В этот день, в 1963 году, состоялся полет на космическом корабле первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В 1993 году был создан Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Казахстана. 6 лет назад Национальный медицинский холдинг был передан в состав Назарбаев университета. В 2011 году в Минске состоялась презентация книги Абая Кунамбаева «Степной простор», изданной на белорусском языке. 3 года назад в Актобе открылся Центр развития предпринимателей. В 2015 году в Казахстане появилась Ассоциация автоматизации и робототехники. Сегодня астрологи советуют отказаться от стандартных решений и прислушаться к подсказкам интуиции. Обещают, что она не подведет. Интересно, а что думает по этому поводу наш нумеролог Айсулу Ахимова? Давайте прислушаемся к ее мнению. Доброе утро, друзья! На календаре сегодня пятница, 16 июня 2017 года. Цифра дня по нумерологии 23, а цвет дня, который неплохо использовать в одежде, либо в аксессуарах, это все небесные оттенки. Оттенки топаза и голубые цвета. День, когда ваш внутренний голос и интуиция даст ответы на многие нерешенные вопросы. В себе также можно раскрыть много талантов к творчеству. Этот день удивительным образом подарит миру рождение великих артистов, звезд кино, режиссеров, художников. А тем, кто любит готовить, сегодня смогут порадовать своих близких изысками высокой кухни. Детей очень хорошо развивать в творчестве, особенно в музыке. В отношении здоровья обратите внимание на сердце и поджелудочную железу. Удачи вам, хорошего настроения и добрых положительных эмоций.
Один из важных компонентов любого бизнеса – это сбыт готовой продукции или услуг. Об основных методах повышения продаж нам расскажет бизнес-тренер Аскар Аманбаев. Аскар, доброе утро. Доброе. Расскажи, пожалуйста, почему вот товар качественный или услуги потрясающие, но на рынке они не продаются? Каковы причины? Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать психологию потребителя. То есть они стараются, как бы мы стараемся, да, то есть приумножить удовольствие и избегать боли. Вот поэтому на каком-то этапе вот в этом психологическом моменте обычно нарушаются именно вот эти законы, да. Поэтому или неправильное позиционирование рекламы, то есть для целевой аудитории, или не задействовано соцсетей, или ценообразование, оно совсем неверно, грубо говоря. То есть там есть какие-то промахи и гайки недокрученные, которые нужно вот сделать такой внутренний аудит и узнать. Так, понятно, все очень так было сейчас, но поговорим о первом этапе повышения продаж. Что нужно делать предпринимателю? Ну, на многих своих тренингах я прошу делать вот моментальную практику, это взять, написать небольшой рекламный пост и прям сразу моментально выложить это в WhatsApp. И каждому своему человеку в контактном там, списке прям отправить и посмотреть на реакцию. Там, привет, меня зовут так-то, я начинаю свое дело. Или вот у меня есть такой товар, такая-то услуга, готов ли ты покупать или нет. И просто оповестить. Если такая акция делается моментально, то уже сарафанка уже начинает работать на тебе. И, конечно же, моментально выложить посты именно в соцсетях, Инстаграм, Фейсбуке. Вот это в продолжение соцсетей, почему все-таки важна для людей, для тех, кто предоставляет услуги или свой товар, реклама в интернете? Ну, во-первых, в среднем, скажем, поколение, может быть, Y, да, то есть тратит 3-4-5 часов в день на соцсети, на интернет. Представляете, да, то есть это время развлечения, образования, общения, то есть все это происходит именно в онлайн-формате. И поэтому, ну, если тебя нет в онлайн как со своим бизнесом, то тебя нету и как бы в реальности, потому что сейчас реальность, она такова, что сейчас все уходит именно в виртуальный мир. Ну, а если мы вернемся все-таки в мир такой физически реальный, да, осязаемый, каково вообще влияние промо-акций, не знаю, флешмобов различных устраиваемых? Они важны, главное их делать вовремя и в рамках определенного контекста. Вовремя это когда? Вовремя это зависимо от сезонов, тогда, когда уже товар может быть чуть-чуть уже не актуален, да, когда люди теряют свою потребительскую способность, ну, как бы покупать. То есть тогда, когда нужно задействовать психологический триггер, когда уже слишком много монотонности, слишком много, как сказать, однообразия, и приходится вот затрагивать эти триггеры. То есть встряхнуть – это все-таки вот такое физическое воздействие, да? Да, это должна быть новизна, это должна быть провокация, это прямо здесь и сейчас, завтра этого не будет, да, то есть желание человека встать с дивана, начать покупать. То есть промо-акции не работают. Главное – не переборщить со скидками, потому что у нас есть такая психология, что на халяву все возьмем, да, а потом второй раз не вернемся. Поэтому сейчас вместо скидок многие компании начали разрабатывать систему возврата денег, кэшбэк, бонусная система, то есть геймификация, где это в формате игры. Потом можно эти бонусы обратно вложить, купить новый товар. То есть это должно быть именно интерактивно. Понятно. Аскар, многие люди любят вот, красочное, яркое, красивое, удобное. Насколько важен в данном случае дизайн? Это такой подсознательный момент, где человек смотрит, ему нравится. Он не понимает, почему. Это как выбор, не знаю, женщины, мужчины, наверное, да? Какая-то часть происходит именно подсознательно, где ты не понимаешь, но что-то тебе в этом нравится. Поэтому упаковка и дизайн должен быть профессиональный, должен быть красочный, должен быть максимально вот, ну, по международным стандартам, да? И он должен нравиться. Ну, это если у тебя соответствующий товар, да? Конечно, да. И соответствующая, наверное, все-таки цена. Вот насколько цена тут важна, скажите? Цена тоже интересный момент. Многие заходят вот с рыночной стоимостью, как и все. Да, но тогда как отличить разницу? Кто-то заходит в формате демпинга, где он снижает цены, да, для того, чтобы зайти на рынок и забрать какой-то вот, ну, процент рынка. Кто-то завышает, чтобы провоцировать и некую эксклюзивность создать. Но самый эффективный способ, который я для себя находил его во время тренингов, это, во-первых, узнать у потребителей или у пару родственников, знакомых, то есть сколько они готовы платить за этот товар и за услугу. Спросить, почему так мало или так много, в основном мало, да, и спросить, что можно вот повысить в плане ценностей, чтобы они начали тратить больше на это. Все, на основе вот этого, опять же, аудита и опросника можно исходить и работать над ценовым предложением. Скажите, да. Что еще способно повысить продажи? Сейчас очень в цене это экспертность и доверие, то есть специалистов, поэтому сами хозяева бизнеса, руководители ко мне часто обращаются, они говорят, почему я не могу сидеть в тени и продавать что-то. Нужно выходить, нужно говорить, что да, действительно, я человек, знающий свое дело, да, то есть я не просто там открыл салон красоты, к примеру, да, я еще и знаю в этом толк, да, и на основе вот этого доверия, экспертности и специальности можно продавать больше и лучше.
То есть уже в тени не получается оставаться. Руководители, хозяева бизнесов, они должны выходить и показывать то, что они тоже люди, успешные, спортом занимаются, правильно питаются, понимаете, да? И вещать о ценностях, которые в наше время сейчас вот в тренде. А это, как мы говорили, это ЗОЖ, это общение, нетворкинг, то есть и желание быть лучше во всех сферах. Оскар, на данном этапе мы вас благодарим за советы, за рассказы нашим молодым предпринимателям, всем тем, кто начинает свое дело. До скорых встреч, увидимся. Спасибо. Девиз юного бизнесмена Райана Росса гласит: главное не слушать тех, кто не верит в твой успех. Наши балапанчики сейчас расскажут вам о том, какими должны быть юные бизнесмены. Смотрим. Злиться — это когда меня кто-то обижает или пинает там. Я когда смогу, сразу побить его. Я убираться. Один мой друг. Меня больше злит папа, потому что он меня мучает всегда, когда проезжает. Но мучил раньше, теперь не мучит. Меня змея. Больше всего меня злит акула, когда меня достают. Я хочу быть умным. Грамоте, биологии. Ну, я хочу научиться бы читать, писать, хорошо учиться, хорошо работать, хорошо водить, чтобы все было хорошо. Мне бы хотелось научиться все самому резать, хлеб, сыр. Еще бы доставать самому все далеко, вставать и сам держать. Мне хотелось научиться, чтобы я был, я хотел быть водителем, таксистом, когда вырасту. Научиться на скейте кататься. Помогать маме всегда, всегда, всегда. Накрашенный. Если у них в глазах брови я черные, то ужасные. А если нету, то будет красивые. Потому что они будут красивые. Накрашенные. Потому что их такой красивый цвет. Потому что они могут стать моделью или звездой. Потому что они еще красивее. Итальянцы пьют кофе с сахаром, мексиканцы с корицей, немцы с горячим шоколадом, а эфиопы добавляют в напиток соль. А марокканцы перец. Словом, рецептов сотни. И есть люди, которые могут приготовить ароматный напиток на любой вкус. Знакомьтесь, бариста. Жители всего земного шара любят кофе за его насыщенный вкус и неповторимый аромат. Традиционно его пьют за завтраком. Прилив энергии и бодрость на весь день могут обеспечить и другие напитки, например, цикорий или зеленый чай. Но многие все же отдают предпочтение кофе. Возможно, поэтому профессия бариста набирает все большую популярность. Чтобы стать востребованным специалистом в этой сфере, одного умения варить кофе недостаточно. О том, как превратить профессию в призвание, нам расскажет шеф-бариста Керемет Шаимбетова. Это можно сравнить как сомелье. То есть он все знает, рассказывает о вине. То же самое бариста делает о кофе. Хотя это достаточно узкая специальность, и в Европе она считается достаточно престижной. Сейчас она у нас только-только развивается. В сферу ресторанного бизнеса Керемет пришла еще в студенческие годы. Как и многие другие, за дополнительным заработком. Однако и после окончания учебы Керемет решила развивать себя в такой профессии, как бариста. Это может быть призвание, действительно. Можно быть в этой сфере новатором, и можно развиваться. И что хорошо, допустим, в кофейной сфере у тебя очень много, миллион вариаций, что ты можешь делать.
По словам Керемет, алматинцы предпочитают кофе покрепче. Заказывая этот бодрящий напиток, не стоит руководствоваться лишь вкусовыми предпочтениями. Намного важнее страна происхождения кофе. Их очень много, но самое основное – это, наверное, арабика и робуста. Это то, что чаще всего используется. Вот. Ну и арабика уже тоже делится, допустим, в сортам, да, допустим, там, Бразилия, Кения, Эфиопия, допустим. Робуста тоже в своей очередь делится тоже по странам. Там индийская робуста, например, самая популярная. Бориса Эклас Дерманов показал нам процессы приготовления кофейных напитков. Молодой парень в прошлом работал барменом, но любовь к кофе сделала свое дело. По словам Экласа, большинство видов напитков готовятся на основе эспрессо. Меняют его в латте, капучино и американо уже различные добавки. Сначала заваривается эспрессо через кофе, чисто 30 миллиграмм, а потом сверху кипяток наливается. А капучино, латте, он идет тоже так же эспрессо, он идет только с молоком. Сбивается специально молоко с пеной, там, с рисом. Чашка эспрессо или американо за завтраком подарит вам бодрость на целый день. Несмотря на все полезные свойства, пить кофе все же следует в умеренных количествах. Агыркен Рубекова, Стас Фролов, Жанакон. Нурлан Батыров, режиссер, актер, вайнер. Окончил Национальный институт художеств и дизайна имени Бигзода. В 2008 году переехал из Ташкента в Алматы. Работал художником по костюмам. На его страницу в Инстаграм подписаны более 1 миллиона человек. Сыграл яркие роли в фильмах «Супер Той» и «Любовь по наследству». Нурлан, доброе утро. Самое доброе, смешное и, глядя на вас, юмористическое утро. Спасибо. Здравствуйте, добро пожаловать. Приятного утра. Я бы сказала, что профессиональное утро и очень, я думаю, интересное. И вот мы сейчас объясним, почему профессиональное утро с тобой. Да. Диалог покажет. Давайте поговорим о том, что стало для вас дебютным, новым, да? Это картина, над которой вы работаете, закончили работу, называется «Проявление». «Проявление», да. А это в основу самой картины легла короткометражка, которую мы сняли 4 года назад. Друг, который увидел этот фильм, он сказал, эта картина должна выйти в широкие экраны. И в полном метре. В полном метре, да. И я тогда не придавал этому серьезно, этому вопросу серьезность. Он мне звонит, говорит, через неделю снимаем. И у меня просто вот так вот все. Ну, то есть это как? Вот вам сказали, через неделю снимаем, и у вас была неделя на то, чтобы написать сценарий, полностью собрать команду. Надо было просто переписать сценарий, надо было просто его немного усилить, расширить, актеров подобрать, потому что девочка маленькая, которая снималась с первой версии, она уже выросла. За 4 года. Да, и от нее много чего зависело, и поэтому мы поменяли половину, ну, основной актерский состав мы поменяли, кроме Жанель Макажан, главной героини, которая снималась в этом фильме. Ну, давайте теперь о его интересных, да, сторонах. Для тех, кто, может быть, не видел короткометражный, это, во-первых, это триллер. То есть жанр, ну, весьма необычный, скажем, не очень пока популярный. Отечественный триллер — это не очень там популярный жанр пока что в Казахстане. Возможно, пока что в Казахстане, изменится. Но видите, как бы в этом году выходит аж целых три картины в этом направлении. Тахан Сатаев, Нуртас Адамбаев выпускает, и в том числе и я. И какой-то в этом году бум на триллеры, и этой осенью посмотрим, что произошло. Нурлан, получается, вы одни из первопроходимцев. Какие-то спецэффекты или какие-то, может быть, психологические трюки, которые будут держать зрителя? О чем расскажете? Музыка на гнивка просто или что? О себе я просто могу сказать то, что я большой фанат направления фильмов, ужасов, триллеров в этом отношении. Да? Я не могу похвастаться своим колоссальным опытом, но я знаю, и у меня есть чутье, где и как надо этот момент преподнести. Потому что в Казахстане на колоссальный бюджет мы не можем рассчитывать, потому что существует понятие как кассовые сборы. И поэтому надо давить больше на интересную историю, на сюжет, на саму съемку. И злоупотреблять, например, той же самой графикой мы не можем. Ну вот тогда интересно, вот вы сказали, что вы поклонник фильмов там, в жанре триллер, хоррор и так далее. Кто ваши любимые режиссеры? То есть, ну, чего нам примерно ожидать? Какого направления? Ну, в первую очередь, конечно, это Альфред Хичкок. Да, это классика, которым надо учиться. И все написание истории, это, конечно же, Стивен Кинг, да, это писатель. А потом, на сегодняшний день, это Джеймс Ван, который просто перевернул сознание именно малобюджетных страшных фильмов ужасов.
А до этого, конечно, классика из классиков. Например, фильм «Звонок» мне нравится, Гор Вербинский, который снял. Мы знаем о том, что вы сыграли в фильме «Ньяза Абдигапаре». «Любовь по наследству» она называется. И потом вы выступили с ним в тандеме в качестве режиссера. Вот как раз-таки «Ньяз» мне очень сильно в этом отношении вот помог. Он вам помог. Но вы все-таки выступили и актером, и режиссером. Такое вообще в фильмах практикуется, ну, не так часто. И каково это было принимать вам? Легко ли ему друг другу подсказывали, как происходил процесс? Нет, сначала я у него в фильме снялся, а мы с ним задружились, и в некоторых моментах, именно когда снимался фильм «Любовь по наследству», там я очень активно себя вел. Например, режиссерам зачастую этого не хватает, когда хочется подойти и сказать, а давай я попробую себя сделать вот так вот, а я сделаю вот так вот. Режиссерам этого очень не хватает. А, наверное, Ньязу этого больше всего понравилось, и когда он увидел короткометражку, он сказал, говорит, я хочу тоже попробовать себя в этом направлении, говорит, давай попробуем вместе. А, ну то есть это было вот такое с его стороны предложение и поддержка, и поэтому все достаточно комфортно. Ну а с вашей стороны инициатива все-таки, потому что инициатива, ну, все-таки идея сама, да. Но да, тем не менее, давайте вот скажем честно, люди просто любят же услышать о вот этих там закулисных каких-то проволочках. Но все-таки спорная ситуация, если возникала, она наверняка не были. Как вы их решали? Очень легко и просто. Я сам по себе человек уже терпеливый, и не я, что достаточно. Мы не дети, начнем с этого. Но когда какой-то момент возникает, я просто подходил и говорил, что давайте, ну, как бы, на сегодня закончим. Я говорю, мы не будем гоняться за временем, которое у нас и так мало. Я говорю, завтра группа выспится и продолжим снимать. Чтобы избежать какие-то конфликты, наверное, все-таки нужно немного быть терпимее. Кто занят в художественном фильме? В этой картине дебютировал именно как большой роли Марат Авишев. Это молодой актер. Я думаю, он скоро стрельнет и очень хорошо себя проявит. Он очень фактурный, он очень интересный, талантливый. Маленькая девочка, которая сыграла Алису, Лина Султан, тоже, она просто меня поразила на кастинге, когда пришел. Ну, дети многие, когда заходят, выходят, многие как бы стесняются. А ей сказали, ну, я ей спросил, я говорю, ты сможешь заплакать? Она говорит, да. И как, давай реветь. И как у нее пошли слезы, я такой... Утверждена! Сразу записываю. Все, остальных детям можно. У нее еще внешне загадочная. В будущем, конечно, мне кажется, когда она подрастет, она тоже. Картина выходит на экраны, мы поняли, так осенью. Осенью, да. Этого года. И зритель сможет увидеть ее на больших экранах. То есть, фактически, любая, не знаю, частичка города Казахстана будут иметь к этому отношение, да? Действие происходит в двух местах. А в каких местах? В доме и в больнице. И все. И я говорю, ну никаких наших роскошных высотных астанинских зданий вы не увидите. Панорамы сверху не будет. Да, да? Панорамы сверху не будет. Мы специально сделали кино без национальности. Для того, чтобы, если вдруг получится, на что я очень сильно рассчитываю, попробовать его продать за рубеж. Для того, чтобы у людей не было стереотипов о том, откуда этот фильм. Потому что, например, когда мы были в Америке, нас до сих пор не могли распознать, какой мы национальности. Потому что мы все казахи, но мы все разные. Они китайцев, японцев, корейцев четко отличают. Uh-huh. А у нас какие-то, мы тоже самые азиаты, но мы какие-то другие, они не могут понять. Это в ступор такой. Какие-то дальнейшие идеи у вас есть, к чему вы сейчас идете? Понравилось ли вам чувствовать себя в роли режиссера? Режиссировать понравилось, но вопрос, почему триллер? И, наверное, потому что я понимаю тенденцию о том, что уже 2 года подряд снимаются комедии. Все, постоянно зритель смеяться не может. Уже будет, мне кажется, настанет какой-то момент, когда зритель немного присытится именно казахстанской комедии, потому что одно и то же, девушка, парень, свадьба, родственники, аулы и все остальное, ну, как бы, тему надо немного расширять. Люди переходят постепенно на драму, и здесь есть такой момент, как от драмы до триллера, как бы, один шаг. Можно переписать историю, так сделать ее очень страшной. Потому что само по себе любой триллер — это тоже драматическая история. Но вам не кажется, что с каждым вашим новым проектом вы сами развиваетесь, обнаружите себе какие-то новые грани? Потому что вы такой totally как бы self-made, да, сделали себя сами. И начинали с вайнов, да, с той же самой комедии и так далее. Потом вы попробовали что-то большее. То есть какой опыт вы извлекаете, куда вы стремитесь, к чему? Для нас вот сейчас Нурлан Батыров настолько разносторонний, многогранный человек, мы не знаем, где и в какой сфере вы вдруг можете остановиться. Я, наверное, не стану, но я все делаю на уровне интуиции, потому что я даже не знаю, как это объяснить, потому что что будет, например, через год и к чему я стремлюсь, я тоже еще плохо вижу, я до сих пор не понимаю. Наверное, это все происходит от того, что я постоянно ищу себя. Uh-huh. Если я здесь себя попробовал, получилось, да, классно, я хочу попробовать еще что-нибудь интересное. Вот, и поэтому сейчас триллер, у меня еще есть 2 сценария на ужастика, я их тоже хочу попробовать. Вот тогда в полном метре? Да, в полном метре. И после этого я хочу понять, куда я хочу двигаться дальше.
Ну ладно, но все-таки одна из граней вашего творчества – это всеми любимые вайны. Скажите, почему сейчас вайны становятся такими популярными? Обрели уже популярность? А, я вам скажу грустную историю о том, что вайны начинают уже спад. Почему? Потому что уже вайнеров стало слишком много. Есть московские вайнеры, есть казахстанские вайнеры, которые, ну, они везде, их просто практически. И зритель начинает уже, ну, многим уже начинает это действовать на нервы. Потому что вайны, наверное, есть и некачественные. Потому что, как его, ну, знаете, как бы, как пью чай я и как пьет чай моя девушка. Ну, как бы вот эти тенденции уже, они уже выжаты. И поэтому новый формат вайнов, который мы снимаем, это уже не вайны, это уже скетчи. Теперь стало модным снимать одноминутный скетч в Инстаграме. Для того, чтобы зрителей удержать, потому что это нужно им давать какую-то пищу новую надо. Мне интересно все так же узнать, Нурлан, о вас. Вот какие-то самые бытовые вещи. Сколько часов там в сутки вам достаточно поспать, чтобы чувствовать себя там отдохнувшим? Я в последнее время расслабился немного. Я, наверное, набираю сил, потому что мне нужно вернуться в Инстаграм снова. Мне надо что-то снимать, мне надо что-то делать. Прям надо, вы чувствуете, что это надо делать? У меня иногда угрызение совести мучает, когда я ничего не выкладываю в Инстаграм, а зрители ждут. Им не интересно, куда я ездил. Они, да, посмотрят, похохотали, но по просмотрам я вижу, что то же самое, как мы съездили в Америку, мы выкладываем вот эти вот наши трипы и все остальное. Им это не интересно. Угу. Им нужно на смех, им нужна порция смеха. А вы часто стараетесь делать именно то, что ждет от вас ваш зритель? Конечно, я стараюсь всегда их оправдывать. Я чувствую даже грань, когда сколько раз в неделю выкладывать безумную женщину, например, чтобы она не действовала на нервы, чтобы по ней успели соскучиться. Слушайте, ну она безумная женщина, когда-нибудь-то замуж выйдет, а интересно? Об этом вы узнаете в большом кино. Будьте добры, и несколько слов пожелания всем казахстанцам. Смотрите хорошее кино, смотрите мой фильм «Ужасов. Проявление». Чаще улыбайтесь, развивайтесь и стремитесь, и достигайте своих целей. И телеканал «Хабар» тоже смотрите. И телеканал «Хабар» Жан Акун. Нурлан, спасибо вам большое. Продолжайте искать себя, потому что вот все, за что вы беретесь, то, что вы пробуете, нам, зрителям, поклонникам, людям вообще со всего Казахстана и даже из-за границ, это очень-очень нравится. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Англичанин Пол Салливан, играя в бильярд без перерыва 24 часа, отправил шар в лузу почти 17 тысяч раз. Результат попал в книгу рекордов Гиннесса. Наши корреспонденты подготовили интересный материал для тех, кто тоже хочет научиться отлично владеть кием. Бильярд – динамичная игра. Она развивает не только физические, но и умственные способности человека. Самое главное – выбрать правильного наставника. И сейчас президент бильярдного клуба Жумагул Уразов даст ценные советы тем, кто в первый раз берет кий в руки. История зарождения бильярда, об этом идет очень много споров, но все склоняются к тому, что бильярд зародился в Азии, в Индии, в Китае. У нас, допустим, в Казахстане распространен только русский бильярд. Играем мы 16 шарами, белых. 15 белых и один красный биток, который называется. Вот это у нас распространено. Новичкам важно понимать, что сосредотачиваться следует не на сопернике, а на шарах. Не позволяйте себе отвлекаться. Концентрация на шарах станет своеобразным упражнением для ваших глаз. Если вы планируете заняться бильярдом на профессиональном уровне, вам понадобится соответствующий инвентарь. Для игры в бильярд, кроме стола, шаров, нужны кое-какое оборудование для игры в бильярд. Шар сам по себе, вот игровой шар, они подразделяются на две категории. Есть шары китайского производства, есть бельгийского производства. Шары бельгийского производства пользуются наибольшей популярностью. Делают их из фенолформальдегидной смолы. Чтобы кий скользил по руке свободно, для этого мы одеваем перчатку на руку. Вот такая вот перчатка нужна. Затем мы используем мелок. Мел с держателем. Сам кий, наклейка, нужно его мелом этим мазать для того, чтобы было хорошее сцепление с шаром. Если планируете заняться бильярдом на постоянной основе, готовьтесь к продолжительным тренировкам. Новичку нужно тренироваться не менее 3 месяцев для того, чтобы повысить свое мастерство на следующий уровень. Однако вам это не будет в тягость, ведь этот красивый и зрелищный вид спорта – идеальный вариант для веселого времяпрепровождения с родными и близкими. При всей своей динамичности бильярд подчиняется строгим правилам. В первую очередь следует освоить теорию. Удар, исполнение удара происходит в 3 этапа. Первый этап я посмотрел, оценил, выбрал этот 3-й шар. Этот шар я буду сыгрывать в лузу.
Это первый этап. Второй этап – это подготовка к удару. Далее следует выбрать линию удара. Большой палец неигровой руки нужно плотно прижать к остальным. Точным ударом бейте кием по шару. Концентрация, трудолюбие и настойчивость со временем помогут вам добиться успеха в этой игре. Агарген Нурбекова, Стас Фролов, Жалакон. Дорогие друзья, наша программа завершилась. И помните, не останавливайтесь на достигнутом. Каждый день учитесь чему-то новому. Отличного дня и приятных выходных. До новых встреч в эфире.